Раз. О, заработало. Здравствуйте. Так, меня еще не слышно. Слышно. Здравствуйте, мы рады вас видеть в нашем скромном московском офисе. Меня зовут Александр Андреев. Я уже 8 лет работал в Parallels, занимался много раз всякими вещами. В основном занимался производительностью, но не баз данных. Честно говоря, в базах данных мы не так много знаем, скорее всего, вы в среднем знаете гораздо больше, чем мы. Вот. Однако же мы вот решили, тем не менее, рассказать про наш скромный опыт использования Postgres в больших системах. Вот. Немножко расскажем про то, как, что у нас за продукт, какая там сложность, ну и как мы тестируем все. Вот, возможно, будет кому-то интересно. Значит, ну, собственно, это я уже сказал, да, то есть наш доклад, он о приложении, в котором база данных является основным фактически вычислителем для всех наших задач. И эта база данных на самом деле содержит в себе как реляционные данные, так и граф. Вот. И, собственно, в этом есть небольшая сложность. Но для начала реклама небольшая. Она нужна для того, чтобы просто понять, что Postgres у нас не везде используется, а только в каких-то конкретных продуктах. Значит, компания Parallels, она вообще много чего делает, и многим она знакома по, на самом деле, десктопным продуктам для, скажем, запуска Windows на Mac, либо там Parallels Access, это для доступа с телефонов, тоже Windows или на Mac. Также у нас есть решение для серверной виртуализации, это Parallels Cloud Server, продукт, который в себе содержит контейнеры и гипервизор, то есть виртуальные машины. Есть Parallels Cloud Storage, это распределенный storage со strong consistency. И Parallels Containers for Windows. Это на самом деле такая интересная штука, где винда превращена в аналог контейнеров под Linux. И как бы все среды изолированы друг от друга. То есть можно заходить в разные контейнеры и там, делать все, что угодно, как обычно Windows. И у нас есть линейка продуктов, которые представляют Software as a Service. Это Plesk. Может быть, многие знают, потому что это наиболее распространенный продукт. Это продукт, который позволяет запускать менеджер shared хостинг на одном физическом сервере. Есть Plesk Automation, это то же самое для кучи серверов, и есть Parallels Automation, о котором как раз будем дальше говорить. Это такой достаточно сложный большой продукт, он в основном рассчитан на больших сервис-провайдеров, телекомов, больших очень крупных хостеров. И вот именно в нем мы как раз используем Postgres. Значит, вкратце, что такое Parallels Automation? Это такой продукт для сервис-провайдеров, который на самом деле объединяет в себе интеграцию различных payment-систем с различными сервисами. Не обязательно сервисами, которые расположены в инфраструктуре провайдера. То есть это может быть, например, сервис типа Office 365, который хостится реально на стороне Microsoft. И вот Parallels Automation, он позволяет менеджить аккаунтов, пользователей, все эти сервисы и объединять их с payment-системами, тем самым сервис-провайдер, ничего не зная про ни deployment, ни никакие API, устанавливая себе такой софт, правильно его сконфигурив, получает доступ к очень большому количеству сервисов, которые он может продавать. Но основные бизнес-функции тут понятны. Это deployment сервисов, менеджмент сервисов, аккаунтов, подписок, какая-то обработка фоновых задач, типа сбора статистики, биллинг
и интеграции с различными операционными системами. Ну и кроме всего прочего, он представляет API для интеграции с другими решениями. И вот правая часть, это там, где у нас сервисы, у нас сейчас последние несколько лет мы переходим на разработанную нами уже технологию, которая называется APS 2.0. Она позволяет единообразно подключать совершенно произвольные сервисы. То есть это некий REST-овый API плюс некое требование по упаковке внешних сервисов. И то есть человек, который, скажем, разрабатывает сервис, там сервис-вендор, он запаковывает свой сервис специальным образом, после этого он автоматически может быть использован в производстве там еще. Раньше мы писали под каждый сервис свой код, делали какие-то там таблицы в базе данных и так далее. Сейчас мы перешли на универсализацию, и вот, собственно, отсюда у нас появляются все проблемы. То есть мы перешли от какой-то фиксированной схемы для каждого сервиса к схемам с решением, то есть у нас есть граф с абстракциями, который как раз тоже лежит в базе данных. Вот очень краткая как бы сердцевина этого графа. То есть мы имеем сервис-провайдер на самом деле обслуживает кучу мелких small and medium business. Например, у нас есть аккаунт 1, цветочный магазин, аккаунт 2 это веб-студия. Вот у цветочного магазина есть пользователи, например, Иван Сисадмин, Мария Бухгалтер. Значит, Иван имеет подписку на Giant Hosting, может им управлять. У него есть ресурс его веб-сайт, где там какие-то лимиты стоят, темплит его, расписание бэкапов и так далее. У Марии, например, также Иван может, например, использовать Mailbox. То есть у него есть, скажем, Exchange Mailbox. У второго юзера Марии, у нее есть только аккаунт Mailbox, она не является как бы техническим специалистом, она не обслуживает сайт, ей достаточно только одного сервиса. У второго аккаунта, у него, допустим, больше персонал, разные подписки. Ну, здесь, естественно, показано только на примере там, двух сервисов, их может быть на самом деле там очень много. Ну, в общем, видно, что структура здесь такая, что есть аккаунт, у него есть связи с юзерами, у юзеров есть сервисы, у сервисов есть ресурсы, которые тоже синкованы с юзерами. И вся фишка в том, что у этого графа есть абсолютно разные экторы, либо же security принципалы, то есть, скажем, этот аккаунт должен видеть только свой подграф, этот аккаунт только свой подграф, сервисы и ресурсы они видят совершенно другие тоже подграфы. Итого имеем, значит, следующих принципалов. Анонимный пользователь, допустим, когда мы заходим в систему, чтобы залогиниться. Дальше зарегистрированный пользователь, который уже известен в системе. Дальше есть бывают реселлеры, провайдеры и application. То есть само приложение может выходить с каким-то API, что-то там спрашивать, линковаться с другим приложением. Репрезентация ресурсов у нас сделана в виде графа, значит, ресурсы, их property единки хранятся в отдельных табличках просто в другом пользователе. И все здорово поначалу было, потом в конце стало понятно, что при очень большом объеме данных возникает следующая проблема. У нас есть для выборки любого подграфа, для выборки видимых ресурсов из всех, из всего множества ресурсов, мы должны сделать две фильтрации. То есть фильтрация по property, то есть то, что мы хотим реально посмотреть, например, все мои сайты, которые я могу менеджить. И фильтрация по security. Это как раз-таки ограничивает видимость только моими сайтами, а не всеми вообще в системе. Поэтому в принципе, для любого запроса, который хочет какие-то данные извлечь или поменять, ему нужно выполнить две фильтрации. Проблема в том, что каждый из фильтров может выгребать внутри огромные данные в зависимости от этого. Например, если приложение хочет посмотреть какие-то property свои, то ему выгоднее сначала обрезать, скажем, по property, а потом по аккаунту. Если аккаунт хочет посмотреть те же самые property, ему сначала выгодно обрезать, как бы сделать срез по своему аккаунту, а потом из всего множества ресурсов выбрать только данные ресурсы. Таким образом, мы имеем систему, где всегда выдаваемые значения очень маленькие, но промежуточные внутри, в этих планах, скольных, они могут быть гигантскими.
И проблема заключается в том, что иногда SQL оптимизатор сваливается в полный скам, и мы получаем там чудовищную производительность на уровне там 10 секунд исполнения одного запроса. То есть для того, что нам было нужно? Мы хотим хранить графы, у нас есть разные actors, security принципалы. У нас ребра графа определяют visibility и security. У нас система schemaless, то есть у нас большое количество сервисов, мы не хотим для каждого создавать свои отдельные таблички. Мы хотим их все единообразно хранить в базе данных. Требования у нас, опять же, по количеству пользователей, это там до нескольких миллионов. У нас есть внешний интеграционный API, который на самом деле используется и для UI, и для всего на свете. У этого API есть RQL, то есть там можно делать то же самое, что в SQL, там, допустим, пейджинг, фильтрацию и так далее. И у нас есть разные security принципалы, для которых разный скоп видимости. Также нам нужна кроссплатформенность, потому что некоторые сервис-провайдеры, они убежденные, скажем, сторонники Windows, у них есть IT-став для Windows, и они очень любят Windows и не хотят никакого Linux. Значит, для такой системы, возможно, нам стоило бы попробовать, скажем, MongoDB взять или какую-нибудь графовую базу данных, или даже RDF попробовать. Но мы решили оставить Postgres, который уже был в системе до вот этого PS2, то есть когда мы еще писали таблички на каждый сервис фактически. Почему? Потому что помимо графа у нас большое количество стандартных традиционных данных в базе есть. И также нам была нужна важна надежность, производительность, поддержка, тулзы, в общем, все, что несет с собой как раз Postgres Community. Это все хотелось нам оставить и дальше. Значит, что мы получили в итоге? Мы это все написали, получили в итоге примерно 20 таблиц подхранения всего графа, в то время как, скажем, legacy код, у нас там было порядка 700 таблиц для вот всего обслуживания подобной системы. Пока мы никаких application level кэшей не добавляли, у нас нет практически денормализации, нет никакого ORM, только небольшой уровень абстракции для написания своих запросов. И при 1 миллионе пользователей мы имеем там до 20 миллионов строк в некоторых таблицах, это максимальная как бы длина таблицы. И вся база у нас примерно при миллионе пользователей вмещается в 100 гигабайт, включая индексы. Но проблема заключается в том, что наши SQL-запросы иногда вот примерно вот так выглядят, например, под 300 строк, там, включая всякие внутренние джойны, там, в общем, все на свете. И, как ни странно, это все работает. Причем достаточно хорошо и быстро. То есть при условии, что никаких новых коммитов нет в систему, если все оптимизировано, то можно сказать, что там на разных версиях, на разном оборудовании, на разных версиях операционных систем, там версии Postgres, все работает. Есть проблема. Мы ее называем как бы хрупкость кода. Откуда она берется? Parallels Automation — это у нас как бы платформа, которая, естественно, фактически это конструктор. Вот. А раз конструктор, то количество пограничных случаев, корнер-кейсов, оно очень большое, поэтому очень легко, например, пропустить какой-то важный случай и на нем получить, скажем, время отклика в UI там, 30 секунд. Также есть такая проблема, что любой патч может внести деградацию в неожиданном месте. Эта проблема возникает из-за того, что у нас есть как бы стандартный генеричный способ доступа к данным, например, какие-то API-ные функции, которые используются для разных security принципалов, и там совершенно непонятно, какую, скажем, фильтрацию сделать вначале по аккаунтам или по прибылям. Что мы решили делать? Мы решили оставить все как есть, но сильно вложиться в качество тестирования производительности. Дальше несколько слайдов про то, собственно, как мы тестируем производительность. Возможно, кому-то будет вот что-то вместе интересно. Значит, первое — это мы разбиваем всю логику на простейшие бизнес-операции. У нас это создание аккаунтов, создание сервисов, сценарий UI, какие-то часто используемые внешние интеграционные API-запросы. Дальше мы разбираемся с бизнес-требованиями, потому что оптимизировать просто так — это как бы спорт. Мы не хотим
инвестировать как бы лишнее время и ресурсы в это дело, поэтому мы хотим, чтобы у нас перформанс был не хуже, чем требования. Поэтому мы разбираемся с сервис-провайдерами, вообще с рынком, то есть какое ожидается количество пользователей, какая ожидается нагрузка, какой паттерн использования там, того же UI или API они используют. Значит, дальше мы пишем удобные тесты на каждый такой бизнес-сценарий. При этом стараемся делать так, чтобы разработчик теста, скажем, он мог быть реально девелопером, то есть тест очень простой, а вот тот, кто его запускает, генерит отчеты, там всякие системы деплоймента, они от него оторваны, они пишутся другими людьми. То есть, в принципе, можно разделять даже ресурсы по мейнтенансу такой системы тестирования. Дальше мы обеспечиваем удобный, как нам кажется, удобный поиск узких мест. Значит, в основе поиска узких мест у нас лежит принцип логирования, обильного логирования. Мы логируем вход-выход в практически во все методы, включая логирование SQL-запросов. Дальше, после того, как у нас логи эти появились, мы можем запустить офлайнового лог-анализатор, который нам выдаст очень большую телеметрию, там сегрегирует всякие данные, построит таблички и так далее и тому подобное. Значит, со стороны Postgres мы, как правило, при тестировании включаем всякие фишки типа AutoExplain, чтобы у нас было одновременно с логированием на уровне application, можно было потом легко подцепить реальный план исполнения запросов. Значит, дальше мы собираем статистику из ядра. Мы раньше использовали всякие тулзы, которые есть в Linux, но в итоге пришлось написать свои, потому что, например, такие полезные вещи, как количество синков в секунду, они, к сожалению, ни одной тулзой не логируются, насколько я помню. Вот мы это делаем с помощью анализа из ядра в том же формате, который использует Belcatrace, Belcapass. Также мы собираем статистику с Postgres, которая там уже доступна с каких-то очень древних версий. В принципе, нам вот таких тулзов более-менее хватает. Значит, здесь вкратце такой вот представлен график трехмерный. Он показывает, как тесты производительности на самом деле зависят от многих факторов. Вот у нас по оси, например, вот по вот этой размер базы данных, а вот по этой количество потоков, которыми мы, собственно, нагружаем нашу систему. И, в принципе, вот это более-менее идеальная картинка. То есть скорость падает линейно. То есть, в принципе, в идеале она вообще падать не должна, но на самом деле при таких больших планах, даже при всех правильных индексах, все равно она падает. Она должна падать как логарифм от размера планов. Нет. Время доступа к индексу логарифм. Она должна падать, она должна вообще быть константа. Потому что поиск индекса — это о малая вся операция. Ну не поиск индекса, а поиск индекса. Поиск в индексе. Он тоже находится в раме, поэтому найти что-то по раму — это быстро. А вот дальше, допустим, посчитать там что-то там, заджойнить — это гораздо сложнее. То есть реально у нас большинство тестов, они показывают линейную вот эту вот. Нет, большинство не показывает деградацию. Линейную мы считаем приемлемым, если удовлетворяет требованиям. А вот если она вот так вот выглядит, да, как один на логарифм делить, то это считается уже фатальной проблемой. Значит, по количеству потоков должно скейлиться как-то, ну, желательно линейно, но это нереально из-за, там, скажем, проблем с... Ну, там много, там, турбобуст может мешать, общая память и так далее. Какие-то глобальные ресурсы все равно есть. Вот, поэтому, ну, как-то, скажем, по логарифму, наверное, правильно? Логарифма, да. Вот это идеальная картинка, как должно быть. И в идеальном случае, конечно, хочется ее всю мерить, но это очень долго. И кроме того, вот такой график, он зависит на самом деле от версии софта, настроек, там в том же Postgres, от железа. Например, если у вас есть быстрый диск какой-нибудь RAID батарейкой, то там коммит, естественно, быстро. Если диск обычный, то там fsync дает максимум там 100 операций в секунду. Соответственно, коммиты будут фантастически медленными. В общем, в идеале нужно тестировать как можно больше комбинаций, но это очень долго, поэтому мы это делать перестали и сфокусировались на немножко другой стратегии. Значит, мы запускаем
тесты на все бизнес-функции, то есть у нас остается покрытие по бизнес-функциям, мы оставляем 100%. В основном тестируем только throughput системы. И сразу на мощном железе, на самом мощном железе, и сразу на большой базе. То есть таким образом мы говорим, что если сервис-провайдер хочет реально большую производительность, то мы можем подобрать железо плюс написать правильный сценарий. Например, сервис-провайдер хочет смигрировать систему со старой базы. Да? Мы говорим, что в этом случае мы вам предоставим некий способ смигрировать все сразу не один аккаунт за одним, а, например, сразу пачкой там 32 потока. И ровно это мы и тестируем. То есть мы оцениваем производительность как бы сверху. И дальше мы смотрим, что если производительность сверху у нас удовлетворяет требования, то это хорошо. Если нет, то это большая проблема, которую нужно чинить. Значит, дальше, если что-то у нас работает медленно, прям явно видно, например, есть у нас известные такие баги, которые у нас тряжутся очень много лет, что вот, например, простая операция вызывает стоящие запросы. Но мы ее не чиним, потому что нам скорость реально этого бизнес-функции, она нас устраивает пока что. Когда она станет узким местом, в тот момент мы, собственно, и думаем чиним. Значит, дальше мы начинаем всегда с наиболее медленных бизнес-функций. Например, если создание аккаунтов у нас удовлетворяет требованиям, а какой-нибудь там логин не удовлетворяет, то, естественно, мы начинаем с оптимизации логина. Даже так, что если, например, логин очень медленный, и создание аккаунтов тоже очень медленное, вот, мы смотрим на пропорцию, то есть кто сильнее отстает от требований, с того и, собственно, начинаем. А дальше мы начинаем разбираться с тем, что делает код, и можно ли как его почистить. Вот, скажем, без Postgres, например, если у нас приложение обычное, то для этого пригодятся профайлеры, лог-анализаторы и так далее. В случае с Postgres, поскольку большая часть кода реально исполняется на уровне базы данных, мы используем такой приемчик, мы просто анализируем статистику, то есть какие таблички у нас реально, скажем, модифицируются, читаются и так далее. Вот. Если же, например, видно, что, например, происходит процедура какая-то read-only, то есть, например, читают свойства аккаунта, и в этот момент какие-то таблички левые эффектятся, там, например, пишутся или апдейтятся, то, собственно, это проблема, и можно подойти просто к девелоперу и сказать, что зачем ты на read-only операции на самом деле модифицируешь какие-то левые таблички. То есть очень просто можно, посмотрев на статистику, понять, что слишком много каких-то левых операций происходит с базой данных. Дальше мы стараемся оптимизировать всегда вертикально, то есть за счет ускорения, допустим, уменьшения кода, там, ускорения планов и так далее. Если все равно медленно, то тогда думаю про горизонтальное масштабирование. Вот к 2015 году мы еще не дошли до горизонтального масштабирования, потому что фактически наша система позволяет скейлиться еще несколько раз легко при условии правильного вертикального масштабирования. Ну и, собственно, после каждой итерации оптимизации, после каждого нового коммита мы запускаем сюда. Естественно, мы помним, что бесконечная оптимизация на самом деле стоит бесконечных денег, и вот по правилу Парето, да, что за 20% усилий можно 80% получить результат. Вот мы стараемся так работать, что мы немножко потратили, ускорили, провели новую итерацию, возможно, уже будет новый bottleneck, то есть, возможно, нужно чинить что-то другое. Значит, как мы реально тестируем сейчас? Вот на данном представлено три разные бизнес-функции, операции. Создание пользователей, скорость загрузки homepage UI, например, и скорость покупки какого-то сервиса. У нас всегда все тесты репортят однообразно, больше лучше, чтобы не надо было разбираться с тем, что они реально там считают. Значит, дальше мы тут же на графиках представляем требования, которые исходят, на самом деле, от программ-менеджеров или от реальных сервис-провайдеров. Ну вот, например, создание пользователей – требования константы, потому что провайдер хочет, например, быстро мигрировать, покупать, скажем, другие мелкие компании и быстро мигрировать аккаунт, независимо уже от размера базы данных. А вот, например, скорость загрузки домашней страницы, она требование меняется с ростом базы, потому что чем больше пользователей в базе, тем больше вероятность того, что кто-то в этот момент приходит, заходит на свою домашнюю страницу. То есть все логично.
Скорость покупки подписки тоже на самом деле как-то растет, потому что чем больше пользователей, тем больше вероятность того, что, скажем, будет промо-акция какая-то, и люди приходят и покупают новый сервис. Значит, начинаем тестировать, получаем какие-то результаты. И вот продолжаем. Первый тест у нас создает пользователь, второй уже тестирует на созданном, на этой базе, которая не пустая становится. И опять, то есть они все перемешку что-то создают, и вот такими маленькими квантами, скажем, по 1000 операций, там, не знаю, по 10 тысяч, мы тестируем. И становится сразу видно, что вот в какой-то момент у нас мы видим, что как раз производительность у нас недостаточная, и рано или поздно мы получим скорость меньше требований. А у нас, например, требования к релизу, скажем, 1 миллион пользователей в базе. Поэтому мы в момент тестирования уже анализируем, что происходит, то есть тут же собираем логи за прошедшее время, забиваем баг, разбираемся там с проблемой, фиксим, тут же накатываем новый билд, если возможно, или патч, и вот у нас дальше пошел новый график. Таким образом, вот, например, починив вот эту проблему, мы еще случайно починили другую какую-то. А вот на этот, например, сценарий у нас ничего не починилось. Дальше видно опять, что тут рано или поздно будет проблема. Опять же, забиваем заранее баг, опять чиним, ну и как-то пошли дальше. Вот реально вот, собственно, пример из трех графиков с реального нашего дашборда. Вот видно, что здесь есть вот эти вот как раз абсолютно линейные. То есть нормальный сценарий без потери производительности с ростом базы. При этом какой-то ковид может ускорить производительность, не масштабируемость с ростом базы, а именно просто производительность. Бывают вот такие вот интересные вещи, починили, а на самом деле сломали. Вот. Но приходится опять починить заново и опять проверять. Значит, поиск узких мест, ну, в принципе, стандартные везде алгоритмы. Основные принципы — это быстро отсекаем все лишнее по максимуму. И опять же нагружаем систему всегда по максимуму, мы всегда ожидаем где-то 100% CPU usage. Потому что если система вдруг мы нагрузили ее как могли, она задает там загрузку только на 2 CPU, то это означает, что где-то есть какие-то скрытые внутренние локи, либо в базе, либо в самом приложении, либо там, например, на файловой системе или еще. Это плохо. Значит, сразу отделяем узкое место. Как правило, в AMSTAT топ этого хватает, чтобы за там, 10 секунд понять, что происходит. Значит, опять же, находим ресурс, который все опирается, это либо CPU, либо диск, либо нетворк, либо RAM. Ну, либо уже если все по нулям, то, скорее всего, это latency, либо какие-то синхронизации. Смотрим, что у нас нагрузка вот блок in, блок out в AMSTAT. Если они большие, то, значит, нужно понять, кто генерирует нагрузку. Это либо база данных, либо какой-нибудь лог-сервер, либо какой-нибудь бэкап, либо кто-то еще. Дальше используем... Ну, вот таким образом можно косвенно, на самом деле, анализировать рейд fsync-ов и коммитов и от базы данных, от файловой системы подлежащей. Также быстро проверяем на данной инсталляции, влезла ли вся база в RAM, помогает ли отключение fsync-ов. Например, вот так можно быстро отключить в X4 барьеры на файловой системе. Кстати, можно, если, скажем, вы используете контейнер OpenWZ, там есть такая фича, вы можете отключать синки внутри контейнеров каких-то отдельных. Просто чтобы быстро проверить, что, например, это ускоряет ли это ситуацию или нет. Дальше смотрим опять же на систем тайм. Если большой, то, скорее всего, что-то мы проводим очень много времени в ядре. Но это, как правило, контекст-свичи, пэч-фолты и так далее. Значит, используем perf и его профайл для анализа. Если idle большой, то, соответственно, где-то есть какие-то локи. Скорее всего. Значит, наиболее эффективный способ, в отличие от профайлеров и вот всяких мониторинговых тузов, это все-таки логирование, и мы дальше покажем немножко, что из этого можно выжить. Вот с помощью как раз-таки интеллектуального лог-анализатора. Ну и ожидаем всегда, что в датабейс, в центре приложения, всегда мы в топе увидим, что вся нагрузка лежит в подписи, а не в нашем приложении. И мы вот для этого разработали немножечко скриптов, 3 штуки, которые дальше покажем. Мы, собственно, мы их вчера выложили на GitHub, если кому будет интересно, можете их скачать, мы покажем.
дальше там ссылка будет и такое. Дальше еще используем, естественно, активный explain и автоэксплейн. Очень клевая фича, что можно, скажем, делать автоэксплейн на какие-то отдельные медленные запросы. Очень клево. Вот пример, скажем, нашего лок-анализатора. Это там умалое того, что он выводит портянку после сбора логов. Ну вот, например, наверху можно построить такое красивое дерево вызовов, посчитать всякие суммарные время SQL, время, там, проведенное в самой функции, в дочерних функциях и так далее. Сейчас дальше немножко это расскажу. Значит, что полезного он нам дает? Он нам дает гарантированные времена, в отличие от всех профайлеров и так далее. Значит, основные у нас ключевые понятия, что касается времени, это вот основные wall time, это как на стену часы, как в Linux. То есть это фактически астрономическое время. Есть также total call time, это время, оно должно быть больше или равно, чем wall time. Оно показывает, сколько всего времени все функции съели. То есть если оно, скажем, в 5 раз больше, чем wall time, означает, что система проскейлилась в 5 раз. Это очень может быть хорошо для какого-то теста, для какого-то, наоборот, мало. То есть сразу можно понять, насколько система по ширине вот, смогла проскейлиться по CPU. И дальше есть total scroll time, который можно, по которому можно быстро понять, является ли SQL, является ли база данных узким местом или не является. Например, если total scroll time там, 25%, то даже оптимизировав там, бесконечное количество раз, мы все равно решили только 25%. Дальше очень удобно иметь дерево вызовов, потому что когда мы забиваем баг, например, на девелопер, и там показываем какой-то SQL запрос медленный, всегда хочется понимать, как мы до него дошли. Потому что это может быть сделано было непреднамеренно, например, и такой баг будет починен очень быстро. Либо же, если это нормальный вызов, соответственно, там будем дальше думать, как плавно оптимизировать, например, стараться. Мы имеем дерево вызовов, полное время с учетом всех вложенных вызовов. Дальше у нас есть общая статистика. Сразу можно фильтровать по самым медленным вызовам, по самым медленным внутренним API-колам внешним, то есть, скажем, REST API какой-то торчащий наружу. Список наиболее медленных запросов SQL-ных и список одинаковых SQL-ных запросов, например. Вот последняя очень интересная вещь. Для тех, кто не использует кэши, потому что она показывает фактически, эта статистика, насколько кэш бы спас, скажем, в рамках одной транзакции, в рамках одной реально атомарной бизнес-функции, например, создания какого-нибудь аккаунта. То есть, если мы видим, что там повторения очень большие, мы можем уже думать про кэширование. Если повторений мало, то, соответственно, это будет бесполезно. И еще одно очень хорошее преимущество, в отличие от тех же профайлеров, это офлайновость. То есть можно скачать логи с продакшн-системы и там быстренько посмотреть, что там реально происходило. Значит, логирование, у нас есть специальный тест на логирование, мы его оптимизируем продукт. Логирование при полном максимальном лог-левеле замедляет там некоторые сценарии до 15%. Это приложение пишет или Postgres? Нет, это пишет приложение. То есть наши логи специально написаны для нашего внутреннего потом лог-анализатора. Причем есть такая еще вещь, что логирование можно настроить на отдельный диск, можно делать его не синхронным, а синхронным. То есть, скажем, если мы логирование используем для анализа производительности, то можно еще снизить существенно overhead. Если оно синхронное, и оно используется, скажем, для QA или для саппорта, чтобы потом понять, в чем проблема, но там уже больше, но там, скорее всего, будет меньше логлевел какой-нибудь. Значит, дальше наши тулзы, которые мы, вот, собственно, выложили. Первое PGTOP — это аналог топа обычного, но для таблиц Postgres. То есть можно запустить тулзу, вот слева будут таблички все наши в базе, их можно сортировать по райтерам, сеттерам, апдейтам, делитам, апдейтов индексов, индекс-кам, секс-кам и так далее. Вот здесь, например, видно, что у нас на каких-то табличках очень много раз заполняется sequential-scan. То есть просто запустив тест какой-то или там, например, цикл логин, можно быстро понять, что в принципе потенциал ускорения есть, потому что очень много полных скан придет. То есть дальше уже мы включаем
скажем, анализ, анализ, эксплей и так далее, и посмотрим, в каких же реальных кверях были, собственно, эти проблемы. Да, вот, собственно, я сказал, что можно понять, что происходит при каком-то там паттерне нагрузки очень быстро. Вторая куза – это аналог VMStat, тоже для Postgres, то же самое показывает, но так как VMStat, то есть можно посмотреть какую-то историю за последние, вот, там, не знаю, сколько секунд. Вся эта информация добывается средствами обычной статистики из Postgres. Вот, есть туза PG-Info, которая тоже онлайновая, тоже показывает полезную информацию, берет статистики, это размер данных, индексов, размер таблиц, там часто используемые индексы, редко используемые индексы, таблицы, часто используемые, редко используемые и так далее. Вот. В принципе, эти три тулзы, их output можно даже прикреплять к результату теста, то есть можно потом в офлайне, если тест просел, быстро открыть блог и посмотреть, что там происходило. То есть, в принципе, разбор вот с теми самыми провалами, которые были на графиках, он занимает, ну, там, максимум 10 минут полностью, чтобы понять, что происходит. Причем... Для этого сравнивать, наверное, нужно эти результаты. Да. А вот как, что, как вы это делаете? Ну, например, если там мы берем идеальный случай и смотрим, что там не было секс-кранов, а об этом появились, то все очевидно. То есть... Ну как, вот цифры там 5 цифр, здесь 5 цифр. Вы глазами смотрите каждую ячейку? Значит, у нас есть идея сделать, я не знаю, может, такая же фишка есть, но мы что-то нашли. Идея сделать сравнилку планов, то есть когда два эксплойна есть, да, сравнил, хотя находит вот, вот то. Нет, здесь мы смотрим глазами, но это на самом деле очень быстро. Потому что баги, сами, баги случаются там не 100 штук в день, а там, например, 1-2 и потратить 10 минут. Но идея есть, да, для автоматического сравнения плана, что прям, допустим, тест запустил, он тебе показывает, что просел раз, а еще вот план поменялся. Да. Но это вообще для ленивых, то есть тогда можно как бы куа убрать и оставить только белку. В принципе, это интересно. Ну, какие простые и непростые проблемы у нас встречаются, но вот простые, это, как обычно, отсутствие индексов, лишние индексы, или база не влезает в RAM. Нет, не обязательно. Но нам повезло, в наших системах вся база занимает не больше 100 гигов. То есть для крупного сервис-провайдера 100 гигов это вообще не проблема. То есть если там, скажем, у нас была база там пару терабайт, мы бы еще очень усердно думали над тем, что с этим делать. Но нам везет. Пока. Пока, да. Бывают вот всякие неприятные вещи, когда в вложенном селекте есть операции с большой таблицей, там случайно встречается вот, типа неравно что-нибудь. То есть финальная выборка очень маленькая, но посередине есть большой секс-кан. Это очень легко видно, опять же, в плане. Ну, дальше классическая, опять же, union вместо union all, то есть лишняя сортировка, исключение дубликатов и так далее. Когда это встречается посередине запроса, где-то там в глубине, то большие вкладные расходы на это. Ну, опять же, стандартно это когда индексы не используются из-за того, что доступ до данной колонки, например, неэффективный. То есть вместо того, чтобы сделать лайк процент, да, мы взяли левый символ и пытаемся его сравнить с ARM. Ну, в общем, таких на самом деле примеров у каждого там много, и они неинтересны. Значит, более сложные проблемы, но опять же, неизвестно, встречаются ли они у других. Может быть, да, может быть, нет. У нас с нашим этим графом чудесным. Основная проблема – это непредсказуемость, какие же фильтры нужно применять в первую очередь. И вокруг этого строится очень много таких неприятных багов, когда мы должны какую-то эвристику накручивать выше, чем анализатор Postgres самого. То есть мы должны строить разные query в зависимости от контекста. И в принципе мы все еще надеемся, что когда-нибудь этого делать будет не нужно. Пример можете хотя бы показать? Вот такого примера у нас сейчас нет, но мы можем потом файл его выслать. Это очень... У нас таких багов, я не знаю. Вообще, о чем это там? Там обычный битмап фильтр какой-нибудь там, не знаю. Нет, допустим, когда внутри query сначала выбирает, например, все аккаунты, а потом из них вырезает только какие-то нужные property, то там нет никакого
чудо, там просто неправильно написан запрос. То есть очень большая внутренняя выборка, и потом она обрезается до очень маленького выходного значения. Но план-то он какой? Похож на что-нибудь? План похож, в нем все хорошо. То есть просто не... Но мы можем, я говорю, офлайн пообщаться, потому что багов очень много, мы их чиним уже как семечки, то есть переставляя просто тупо там... Да, первую пачку данных. Вот есть более, наверное, для нас интересная проблема, потому что мы не меньше экспириенс имеем. Вот есть такой запрос, например, небольшой, казалось бы. И у нас есть параметр. Вот некий ID некого приложения в нашей системе. Вот для ID 15 мы получаем меньше 10 миллисекунд, для ID 20 получаем 4-8 секунд исполнения. То есть это означает, что нам нужно с помощью какой-то там каких-то дополнительных данных эвристических, нам нужно понимать, что для вот такого запроса, скорее всего, нужно для такого ID нужно переделать запрос. Нет. Потому что внутри, например, будет там лимит один посередине. То есть вся вот эта большая пачка данных, которая зафетчилась и потом она обрезалась до одной строки, в конце концов мы получим, это всего лишь будет все это будет вложено в селект. И финальный селект будет абсолютно такого же размера. Я прошу прощения, Федь, давай я обычный микрофон. Обычные такие вопросы, проблемы. Давай. Вопрос такой. Вместо сервис instant ID равно select limit 1. Exist не пробовали? Ну, я говорю, это у нас проблема, вот она буквально у нас два дня живет. Вставить, то есть не пробовали. Не пробовали. Пробовали в аналогичном случае, помогло. Да, то есть, ну, здесь на этом слайде данный пример показывает лишь то, что, к сожалению, все равно приходится... То есть нельзя просто довериться целиком оптимизатору плана. Приходится все равно в каждом конкретном случае разбираться. Либо это стандартная проблема, когда все понятно, либо вот какая-то такая. Вот, кстати, два этих explain'а. Вот видно, что в быстром плане времена очень маленькие, но посередине было очень большое количество строк. Точнее, это была ошибка от того, что думал оптимизатор по отношению к количеству строк, которые реально были возвращены. И вот в медленном плане было то же самое, план очень похож, на самом деле, вот применялось лишь несколько узлов. Скорее всего, там какая-то произошла статистическая какая-то коллизия, и он решил почему-то для другого, не знаю, пока еще не занимались. Но вот видно, что запрос реально исполнялся 4-8 секунды. Вот, в принципе, все ссылки есть, если кому-то вдруг интересно. Это запрос, вот в первом случае у нас вот такой ID-шник, во втором такой. Да. На самом деле вот ID-шник 15-20 это просто числа, да, но поскольку у нас граф, может оказаться, что в графе с ID-шником 20, например, больше соседей, узлов и так далее. То есть мы еще пока не разобрались, но вот это наша проблема выглядит примерно вот так сейчас. То есть итого, что мы имеем? Хранить графы Postgres, ну реально, многие говорят MongoDB и так далее, но вот у нас получилось более-менее Postgres. При этом у нас миллион юзеров, примерно 100 миллионов вершин в графе. Но нам опять же везет, у нас нагрузка на всю систему маленькая, потому что система обслуживает реально админские, скажем, админские панели. То есть юзеры, которые покупают шеринг-хостинг, они, естественно, в основном ходят на сам сервер, иногда ходят в админскую панель сервера, и со сервера приходят к нам, чтобы, например, поменять какой-нибудь глобальный пароль, который будет не синхронизирован с аккаунтом Exchange. То есть у нас маленькое количество параллельных сессий UI и маленькое количество кликов в секунду достаточно. То есть 300 сессий, 100 кликов в секунду — это максимальная нагрузка. И вот они мы спокойно вытягиваем из графа вот все вот эти наши нужные подграфы. Значит, на кого ложится большая нагрузка, потому что 100 UI клик в секунду — это хороший случай, в плохом случае это будет 1 клик за 100 секунд.
И, соответственно, тестировать нужно аккуратно, все пограничные случаи, быстро находить баги, быстро чинить. Дальше, чем круче ваш и наш тулсет, да, то есть чем больше тулзов мы знаем, тем быстрее у нас будет багфиксинг. Вот мы используем примерно такие тулзы линуксовые. Вот, кстати, классная штука, такой слайдик, где показаны все линуксовые, ну, наверняка многие видели уже, показаны все линуксовые утилиты на одном слайде для разных компонентов, ядра, приложения и так далее. Дальше explain — это наше все, естественно. Вот наши тулзы выложены по этой ссылке. Мы считаем, что анализ логов гораздо круче, чем профилирование, потому что это всегда предсказуемо, и очень много можно построить реальных всяких чартов, картинок, превью и так далее. Ну и чарты очень помогают для быстрого анализа, что же происходит в системе, или какие деградации. Ну, простые рекомендации — это как бы такие детские достаточно. То есть обозора, ну, кому можно, тот, пожалуйста, если, допустим, не жалко прикупить PowerPlanet, то можно купить и забыть про все проблемы с диском. Ну, кроме, естественно, RAID и синков, но для этого есть быстрые диски, RAID, например, вообще классная штука. Ну, я уже говорю про SSD. Дальше можно всегда очень быстро проверить, отключить синк. Это можно увидеть, что, например, перерост произошел или нет. Соответственно, дальше принимать решение. Ну и вот дальше можно покрутить настройки Postgres, чем мы, в принципе, пока не занимаемся, доверяем Pagetune. И у нас проблемы пока более такие из другой плоскости. У нас проблемы с аутлайерами по перформансу, то есть когда фрагментность падает там сотни раз. Мы пока еще не дошли до уровня, когда у нас будет нужно починить, скажем, там, полтора раза что-то. Значит, хотел вам сказать большое спасибо. Сейчас могу показать ту самую левую вот эту диаграмму, которая показывает все тузы для Linux, которые можно использовать. Вам она очень нравится. Это на ссылку привел. Вот, в принципе, с моей стороны все. Наше время уже закончилось. Спасибо. Вопросы, если еще есть, давайте тут микрофон, пожалуйста. Да. Руку поднимаете. Вы не могли бы рассказать, почему именно анализатор логов? Почему, например, не метрики собирать? Метрики? Я еще раз попрошу микрофон задавать вопрос, потому что у нас есть трансляция онлайн-зрителей. Я сейчас повторю вопрос, почему мы используем анализатор логов, а не метрики? Потому что анализатор логов, он очень, точнее так, логи, они очень тупые, они логируют, скажем, вход-выход, времена и так далее, имя функции. И всегда можно потом улучшить анализ логов. То есть логи у нас собраны там годами лежат, чем они более фиксированный формат имеют, тем лучше. А если мы будем сразу метрики логировать, у нас получится так, что вышел новый билд, для него метрики можем получить, а вот в системе продакшн, допустим, не сможем. Вот такой вопрос как раз по анализатору логов. Вы, может быть, разработали или используете какую-то тулзу, которая анализирует логи Postgres? И, например, может их запросто проиграть. То есть по блогах уже все есть, там и количество коннектов, и частота вызова, там и времена все есть, и запросы с параметрами есть, то есть, по идее, все для этого есть. Значит, у нас, опять же, есть такая особенность, что база данных у нас, к сожалению, на Windows Postgres не используется, у нас используется там Microsoft SQL, потому что, опять же, провайдеры, имея, скажем, админов под Windows, они не хотят использовать никакие open-source solutions, они любят свои тулзы и так далее, там, бэкапы и так далее. Поэтому, чем меньше мы завязаны на базу данных, тем лучше. Логи мы контролируем, логи базы данных мы не контролируем. Поэтому, например, даже такие классные штуки, как JSONB, которая сейчас будет анонсирована, или она, точнее, она уже вышла, да? Вот, мы ее, к сожалению, пока что не можем использовать, потому что тогда у нас будет отсутствие компатибилити с виндой, и нам придется писать EFL в каждом таком месте. То есть фактически Postgres вы используете для хранения графов и больше ни для чего? Но мы используем там такие вещи, как partial index, которые тоже есть. То есть все, что есть в Microsoft SQL, мы стараемся это использовать. Вот. То есть мы используем минимальное пересечение функциональности. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо.
Всем спасибо. Добрый вечер, еще раз, кого не видел. Спасибо. Во-первых, благодарю всех, кто собрался здесь, кто добрался сюда. Я лично попал здесь в спальный блок опять. Меня зовут Николай Смахвалов, я еще раз расскажу про CSNB. Во-первых, почему я буду про него еще раз рассказывать? Потому что я весной был в Сан-Франциско на метапе Питера, который участвовал в разработке CSNB, и был очень явный фидбэк от группы людей, что очень непонятно было. То есть очень погрузились сразу в какие-то дебри. Круто, но мы ничего не поняли. После сентябрьского митапа в Яндексе, когда Олег и Саша выступали и рассказывали про крутые штуки и дошли до водки, тоже было тоже, примерно то же самое. И если еще помните, я там приводил пример, точнее не пример, а графики, распределение того, как мы знаем Postgres, как мы долго его используем. И было видно, что часть людей на самом деле только недавно начали его использовать и вообще не очень понимают, какие дебри там, какие-то опт-классы и так далее. Поэтому я сегодня решил на самом деле немножко побаянить и сделать такой обзорный доклад, начать с 50-х годов. Вот. И сделать так, чтобы у всех у вас, кто слушает, на самом деле сложилась мозаика, потому что, чтобы вы поняли, откуда взялся JSONB в Postgres, и что такое вообще инвестиционная модель, что такое какие-то другие модели, почему все это так называется, и зачем все это нужно, и какое место Postgres во всем в текущем ландшафте СУДД. Но это еще не все, я в конце на самом деле перейду к практическим частям, так как я некоторое время уже отошел от сугубо технических вещей, я как бы снаружи на все это смотрю и вижу, что есть вещи, которые на самом деле просто нужно обязательно преподносить более, так сказать, просто. Я это собираюсь в конце сделать. Во-первых, немножко обо мне. Меня зовут Николай еще раз. И я довольно долго учился в МФТИ, прошел аспирантуру в ИСПРАН и занимался базами данных. Я думаю, что МФТИ из тех вам немножко знаком, и мы здесь сидим в этой компании, есть некоторая, наверное, связь. Наверняка здесь очень много людей работает именно с физтехом. В 2006 году я участвовал в разработке типа данных XML, Postgres он вошел в версию 8.3, в 2008 он вошел, с Питером Айзентраутом. И дальше я основал компанию PostgresMan, мы занимались поддержкой Postgres в России, у нас были клиенты, которым мы помогали правильно настраивать конфиги, масштабировать, решения от Skype использовать, они в то время были очень популярны и до сих пор популярны, как мы видели на примере Яндекса. Но постепенно я пришел к тому, что я, в общем-то, больше мне интересно заниматься всяческими стартапами, социальными сетями, и, в общем-то, я сделал несколько проектов в этой сфере. А по Postgres я продолжал заниматься больше такими вещами, как конференции, книжку перевели и так далее. Ну вот, митапы проводим. Дальше про других людей. Олег и Федор здесь сегодня присутствуют. Александр, так понимаю, нет здесь сегодня. Вон он там далеко сидит. Олег и Федор — это старожилы Postgres, и они сделали очень-очень много всего, и про что здесь, сегодня здесь пойдет речь, это большая часть сделана их руками, и их все знают в мире Postgres как русские хакеры, русские major developers и контрибьюторы. Здесь перечислены заслуги некоторые. И Александр несколько лет назад присоединился и успел уже хорошенько отметиться, и, в общем-то, про JSONB тоже большой вклад, в частности jsQuery, о котором в конце скажу. Также вклад JSONB, насколько я знаю, принесли Эндрю Дунстан и вот Питер, который фамилию я не буду произносить. То есть я его знаю лично, но фамилия это... Гейган. Как? Гейган. Окей. Гейган, окей. Рейган. Рейган Гейган. Итак, мы перейдем вот это... к тому, что я хотел, как раз, чтобы у нас мозаика складывалась. И я расскажу немножко про разные СУПД, разные виды и где кто с какого места возникал.
Начнем с того, что есть разные модели данных, и те, кто из вас, кто изучали теорию баз данных, на самом деле, помнят, что изучение начинается с того, что вот были такие модели данных, иерархическая, это вот типа дерева, и сетевая, когда у нас у одного элемента может быть несколько родителей. Это сетевая. Да? И дальше есть реляционная модель. И теперь самый прикол. Прикол заключается в том, что хронологически первые две — это 50-е, 60-е, и вот в конце 60-х появляется реляционная модель, и их вытесняет. И где-то до середины 70-х между ними борьба закончилась полной победой реляционной модели. И вот здесь два человека отмечены. Эдгар Кот, который основатель, его труды в 69-70 году как раз положили начало реляционной модели данных. И Крис Дей. Реляционная модель немножко назад — это что такое? Вперед. Реляционная модель — это прежде всего структура четкая, где есть понятия кортежи и их отношения, которые из них состоят. То есть, по сути, для нас это попроще — это строчки и таблицы. Есть понятие целостности, оно многогранно, и есть манипуляционные средства. И тут очень, очень большой вклад был в том, что развитию поспособствовало то, что появились такие штуки, как реляционные алгебры, реляционные исчисления. Они как бы показали, насколько, во-первых, выразительная мощность высокая, во-вторых, научно все обосновано, и это дало мощный толчок для того, чтобы все это развивалось. Прежде всего в двух системах, Systemair и Ingres. Одна из них BIM-овская коммерческая, вторая из Berkeley DB, из Berkeley University, то есть она больше университетская. И вот тут отмечен принцип ACID, очень важный принцип базовых данных, автономности, конкуренции, relation, durability. И далее у нас появляется SQL, то есть эти системы вначале они не были SQL, но в 70-х годах появился язык SQL, и постепенно он вытеснился в остальные языки. И, в общем, стал стандартом 70-х. И с тех пор развивается активно, очень сильно развился, так что уже просто очень сложный стал. Так вот, еще раз, иерархическая и сетевая модели были вытеснены. Но мы сейчас переживаем момент, когда на самом деле у нас и та, и другая модель в новой ипостаси вернулись. То есть, сейчас чуть позже. Отмечу, что Postgres — это преемник одной из этих двух СУПД, которая как раз в Берклинской университете была. И в какой-то момент, конкретно в 95 году, группа энтузиастов его подхватили, сделали реализацию языка SQL в нем и назвали PostgreSQL. Хорошо. Так вот, теперь как сейчас дела обстоят? Начнем с 90-х. Расскажу про три вызова реляционных СУПД. Первый вызов был реляционным СУПД. Это на самом деле такая многим программистам известная проблема, когда у вас есть какой-то язык программирования, вы фанатеете от всяких объектных штук, паттернов, программируете, а данные лежат в реляционных табличках. И вам нужно все это дело туда-сюда как-то мапить и так далее. Появляются всякие штуки типа Object Relational Mapping, появляется понятие маршалинг данных, когда еще мы вспоминаем, что нужно все это кэшировать. И это все между машинками, то есть угоняется, превращаясь, на самом деле, просто как какие-то переводчики у нас с одного языка на другой язык постоянно работают. И это, конечно, не всех устраивало. Так вот, в 90-х годах было движение такое очень сильное, что давайте-ка мы тоже хранить будем в объектном виде и в базу данных будем засовывать все эти штуки, чтобы у нас было все как бы едино, и это будет ближе к языку, и нам будет проще, никаких ORM нам не надо, Object-Relational Mapping. Там было как бы противоборство, был такой третий манифест, в котором участвовал в том числе Крис Дей, популяризатор реляционной модели. И в итоге на самом деле было продемонстрировано учеными, что на самом деле есть большая, то есть есть разрыв между теорией, когда все придумали классно математически, и практикой. На самом деле какие-то разрывы. В практике у нас могут быть одинаковые строчки, никто не запрещает. В теории это запрещено. То есть первичный ключ запрещает нам иметь дубликат в табличке. А также у нас, допустим, есть такое понятие, как null, который все портит и коверкает всю модель. В этом манифесте они показали, что на самом деле просто, грубо говоря,
практикам нужно догонять теорию и лучше делать. И язык SQL немножко корявый. Они там сделали реализацию, показали реализацию своего языка и показали, что на самом деле все преимущества объектной модели можно тоже засовывать в реляционную модель. В общем, короче, на самом деле, к чему все это привело? Postgres, как обычно, и он до сих пор это продолжает делать, внимательно следить за рынком, условно, да, за нуждами, и он вобрал в себя некоторые признаки вот этого движения, и во что это вылилось, тут немножко подробнее. Postgres является объектом реляционной среды. Что это значит? Это значит, что все штуки, которые мы там храним, таблицы, представления, индексы, все что угодно, можно назвать объектами. Их можно, некоторые из них можно даже наследовать. Им можно объявлять свои методы и обращаться именно как с объектами. То есть это получается, что на самом деле у нас некоторая, Postgres — это некоторая среда, в которой можно так вот программировать и именно вот как бы используя объектную парадигму. И о некоторых вещах мы чуть подробнее как раз расскажем попозже. То есть это был первый вызов, 90-е. В конце 90-х, до середины 2000-х огромное движение было в том, что с развитием веба и с развитием различных стандартов, особенно в корпоративной среде, сильно-сильно развивался XML и огромное количество разных штук вокруг него, такие как XPath, XQuery, описание схем, DTD, XSD и так далее. Надо сказать, что XML это в отличие от строгого подхода к структурированию, чем является реляционная модель, это слабо структурированная вещь. То есть мы там можем объявить некоторую структуру, а можем не объявлять. Для этого используются разные языки объявления этой структуры, типа DTD, XSD, могут не использоваться. То есть у нас там такая получается, вроде как гибкость, но на самом деле проводил огромное количество стандартов. Я в свое время очень много изучал, и в частности в Postgres некоторые из них внедрял. Это на самом деле, конечно, большая головная боль. Неудивительно, что как вот на митапе в Яндексе Федор упомянул, что Питер Азендраут не очень хочет дальше что-то развивать, имеется в виду просто, что если делать бинарное хранилище, а XML Postgres это строковое хранилище, то это очень-очень большие трудозатраты и прежде всего связанные с поддержкой стандартов. А Postgres, как правило, придерживается стандартов. Таким образом, даже было большое движение, давайте тоже опять храним все в XML, давайте будем делать XML SUBD. У нас в Esperan тоже сделали свою XML SUBD, называлась Sedna. Хорошо это помню. И, в общем-то, какие там проблемы? На самом деле проблемы отсутствия такой вот красивой модельки, типа как реляционная алгебра, реляционное исчисление. И, конечно же, ты с ним работаешь, ну чуешь, что-то тут не то. А что не то? Есть такое английское слово «блоды». То есть это очень много букв. И, конечно, да-да-да, у нас веб и все такое, и как бы человека читаемое. То есть мы открыли так, закрыли так, там что-то внутри, это все легко, да, хорошо. Но уж слишком много букв. Я даже помню, что как раз где-то вот в середине 2000-х некоторые компании начали производить железки, которые ускоряли передачу XML, такие XML-акселераторы на железном уровне. Это уже совсем. Вот. И, в общем-то, видно было, что многие люди ищут какой-то другой формат. Да, ну, в общем-то, Postgres вобрал в себя тип данных XML, это строковый тип, там, конечно, много всяких возможностей, кому приспичило. Нужно помнить, что каждый раз он парсится, когда мы с ним делаем выборку и засовываем. Ну, когда засовываем нет, когда делаем выборку. Да. И дальше был, извиняюсь, здесь номер три должно быть. Третий вызов. Вот как раз где-то вот с середины 2000-х годов, конец 2000-х, вот 2010-е годы, появляется движение NoSQL. И оно многогранно, там, конечно же, разные типы баз данных есть. Но очень многие из них используют формат JSON. С чем это тоже связано? С тем, что JavaScript, который большинством нормальных программистов считался недоязыком в свое время, я это очень хорошо помню, он стал настолько популярным. А почему он стал популярным? Потому что он в каждом браузере есть.
И клиенты в вебе стали утолщаться, то есть больше логики, с появлением Gmail, Google Maps, еще там с 2004 года, когда релиз был Gmail, да. Все это настолько стало популярным, и JavaScript настолько стал популярным, что формат JSON стал номер один. И все постепенно API внешние, которые стали тоже в это время. То есть веб развивался как раз очень бурно, бурно в это время в сторону открытости. Это сейчас он там закрывает API и там деньги берут. А в то время очень-очень в конце нулевых, во второй половине нулевых, все это бурно развивалось. И была видна тенденция, что все больше компаний и проектов используют RESTful API и JSON формат вместо XML, всяких VSDL и так далее. И, соответственно, вот в это же время появляются различные идеи. Давайте мы будем в памяти хранить там Redis, потом давайте мы будем ключ значения и вложенность, Mongo, и так далее, Cassandra, и потом графовая база Neo4j, и так далее. И у Neo4j тоже JSON. И, в общем-то, вот отказ от SQL был чем обусловлен? Естественно, тем, что хочется больше гибкости, не хочется каждый раз альтеры делать, хочется быстрее что-нибудь запихать, и поехали, у нас уже релиз там три раза в день, и так далее, и так далее. Это все понятно. Но эти все SUBD, многие из них обладают большими недостатками. В частности, вот те четыре буквы, которые я упоминал, ACID, у большинства из них просто отсутствуют или частично отсутствуют. А это очень важные, важные четыре буквы, чтобы спать спокойно, потому что они обеспечивают, эти принципы обеспечивают то, что ваши данные будут согласованы, они будут надежно сохраняться и так далее. И пользователи не будут друг другу мешать. Тут надо отметить очень интересную штуку, что случилось с Postgres благодаря Олегу и Федору. В 2003 году они дошли до того, что своих идей каких-то, дошли до того, что нужно хранить как-то в одном колонке несколько вещей в виде ключ значения, без вложенности, просто плоско. И сделали контрип, назвали его число. Контрип был сделан в стиле как раз того, что мы Postgres можем расширять, и как раз мы можем объявлять свои методы доступа, то есть как раз объектно-реляционная модель тут сработала. А дальше, где-то там, не знаю, в 2012-м, да, возникла идея сделать вложенность в число и ключи сделать, чтобы могли быть массивы, правильно? В 12-м, в 11-м, наверное, еще, да? В 12-м. В 12-м. Параллельно JSON набрал большую популярность, и в какой-то момент было принято решение, что, во-первых, JSON был сделан в 2012-м как строковая штука, как строковый тип данных, внутренний, имею в виду, строков, то есть как XML, и некоторые функции для него были сделаны. А вот в 2013 году уже как раз состоялось движение в сторону того, что давайте сделаем nested register, и пришли к тому, что давайте не будем, а сделаем это снаружи, чтобы выглядело как JSON, соответственно, внутри хранится бинарное, а снаружи выглядит как JSON, с этим можно работать. Теперь, вот на самом деле здесь я сделаю паузу небольшую. Я вот как бы хотел еще раз рассказать, значит, в конце 60-х реляционная модель вытесняет сетевую иерархическую. В 90-х нам объектность сделала свое влияние на развитие реляционных СБД. В нулевых, в начале нулевых XML сильно повлиял. И дальше еще сильнее вот влияет сейчас то, что возвращаются эти модели. То есть, по сути, XML, по сути, вложенные JSON, это все модель данных, которая иерархическая. А графовые можно рассматривать как сетевая. То есть старые идеи опять вернулись, и они нужны оказались рынку. Но так как разрозненные СУБД не могут справиться с тем, чтобы реализовать нормально СУБД, нормальный ACID, нормальную поддержку индексов, производительность, возникает вопрос, почему бы это не реализовать в Postgres, что и сделано. 18 декабря вышел 9.4. Вы можете использовать JSONB, который вот здесь уже написан. И это очень производительная штука. Теперь ближе к этим вещам, если нет вопросов. Ну, есть всякие неточности у тебя, ну ладно. Спасибо. Это не вопрос.
Значит, сейчас еще будет больше неточности, потому что я буду рассказывать про ваши штуки. Я, конечно же, ожидаю, что вы будете добавлять или поправлять. Значит, Edge Store — это хранение key value в реляционной среде. Это просто ключ значения без ложности. Хранится бинарно, поэтому эффективно. Да, немножко медленнее вставка, потому что нужно распарсить, но зато при работе с потрохами мы очень быстро можем обратиться к кусочку и найти кусочек, обработать его. И тут очень важно то, что богатая поддержка индексов. Про индексы будет немножко позже, и я считаю, что, то есть про индексы я тоже буду баянить, и хочу, чтобы... Я просто мечтаю, что настанет день, когда программисты, приходя на собеседование и слыша вопрос, что такое B-дерево, не отвечает, что оно бинарное. Оно это по-прежнему есть. И я поэтому немножко побаянен, чтобы уж точно вот сгладить какое-то видение и мозаику сложить. Значит, у H-Store богатые индексные возможности, об этом тоже. Значит, JSON хранится в виде текста, я уже говорил, как XML. Сохраняется порядок, никакие пробелы не удаляются, вот как есть. И дубликаты тоже сохраняются. И индексы можно только функциональные. Что такое функциональные индексы? Мы можем на скалярные, условно, да, скалярные колонки вешать индекс. Он может быть, как сегодня упоминали, частичный, то есть мы можем взять только некоторые строчки, у которых какая-нибудь другая колонка равна чему-то или там больше чего-то. Какой-то статус равно один, и только часть таблички проиндексировать. А можно делать индексы над выражением в офисе. Это называется функциональный индекс. То есть индекс над функцией от колонки. Естественно, у JSON есть ряд функций, которые мы можем использовать. И если результатом является скаляр, мы можем использовать обычное B-дерево. Про B-дерево чуть позже. Значит, JSON-B хранится в бинарном виде, как и что. Пробелы убираются, дубликаты убираются, берутся последние значения. Ключи сортируются, как Федя сказал в прошлый раз, порядок никто не гарантирует, но некоторый порядок есть. За счет этого быстрый поиск. И результат. В Postgres 9.4 есть все типы. XML строковый, JSON строковый, H-Store собственный, родной, бинарный, и JSON-B бинарный. JSON-B — это вложенный, и в качестве value могут быть массивы. Есть ряд причин, почему оставили JSON и JSON-B. И, как я понимаю, не только потому, что не хотелось выкидывать старое, чтобы обратную совместимость не нарушать. Правильно? Теперь, в JSON-B есть так называемая теневая типизация. Есть, ну, числа как себя ведут? Они ведут примерно так же, как и нумерик. То есть можно произвольную точность задавать. Да. Они не почти точно, а именно нумерик. Они внутри хранятся ровно постгрессовый тип нумерик. Супер, спасибо. Дальше. Нули отбрасываются, как обычно, числа. Строки и примитивы ведут себя так же, как и постгрессовые строки. Теперь перейдем к индексам. То есть я тут просто не стал повторяться. В конце моих слайдов есть ссылки на слайды Олега. Там много-много подробностей. Также есть на слайды Питера из Сан-Франциско, этого метапа, там тоже много подробностей. Там есть примеры всяких функций, также документации. То есть функций там много разных. И я так понимаю, еще многого не хватает. И это все тоже в разработке. Теперь про индексы. Значит, как мы можем искать в табличках? Можем перебрать с точностью от n. Это будет секскар. Можем сделать двоичный поиск. То есть делить пополам, пойти направо, пойти налево и так далее. То есть, ну, дерево бинарное, да, то есть у каждого ребенка есть один. У каждого родителя есть один или два ребенка. Дальше, то есть, ну, понятно, что при этом что получается? У нас эти деревья, если бы мы использовали двоичные деревья для того, чтобы искать в табличках в базе данных, то была бы проблема, что иногда очень далеко приходится глубоко идти. То есть дерево очень высокое. Плюс это все очень непредсказуемо. То есть иногда быстро, иногда долго. Иногда маленькая глубина, иногда очень большая глубина. Поэтому появились AVL-деревья. AVL — это две русские фамилии, всегда забываю. Причем две, а не три. Это так называемые сбалансированные, или там почти сбалансированные деревья, когда у нас до каждого листочка глубина одинаковая, либо отличается на единичку. Соответственно, у нас есть гарантированная скорость доступа, гарантированная скорость поиска. Также можно применять хеширование с помощью хэш-таблицы. Теперь
Понятно, что все равно бинарное дерево это очень для обычного поиска, когда у нас много разных значений. Получается в среднем долго. Решено было сделать, схитрить и сделать не, ветвистость не 2, а много. То есть у нас, по сути, у каждого внутреннего узла уходит вниз к детям очень много ссылок. Соответственно, это называется B-дерево. Оно тоже сбалансированное. То есть, когда мы что-то туда вставляем, если мы начинаем больше, чем на один отличаться по глубине, нам нужно выполнить операцию балансировки. Соответственно, просто так мы вставить не можем, у нас еще есть некоторые главные расходы на вставку. Но зато при поиске обычно очень-очень быстрое, то есть оно обычно невысокое. То есть это сильно ветвящиеся, невысокие, почти сбалансированные деревья. Вот что такое B-деревья. Совершенно не бинарные. А дальше, вот дальше мы приходим к Postgres про то, что такое объектная реляционность в Postgres. Уверен, что не все из вас это знают, и надеюсь, что объясняю интересную штуку. Кстати, поднимите, кто знает. Что такое OP-классы, что такое объектная реляционность, как B-деревья связаны с R-деревьями, как они связаны с GIST. Отлично, я не зря готовился. А, значит так. Может, по-английски будем? Так. В общем, кто понял, что такое B-деревья в общих чертах? Отлично, супер. Вот теперь смотрите, B-деревья нужны для того, чтобы работать со скалярами в одномерном пространстве, то есть на числовой прямой. То есть у нас есть 0, у нас есть 5, 5 больше 0, соответственно, если мы увидели, что мы ищем 5, а у нас там 0, нам нужно вправо пойти. Дальше, если мы видим, что там 10, нам нужно влево пойти. Вот, то есть это как бы операции больше-меньше равно или не равно. То есть как бы 4 операции, ну, тут 3 перечислены. Условно 3. Это операторы, точнее, да, это операторы. И вот набор операторов для B-деревьев такой, больше-меньше равно. И мы каждый раз, когда бежим с корня вниз, мы проверяем вот с помощью этих операций, ищем наше значение. Это все касается B-деревья самые популярные индексы. То есть, когда вы делаете просто create индекс практически в любой базе, ну, особенно реляционной, это, скорее всего, B-деревья. И они вот работают именно вот так, на пальцах. У них есть алгоритмы балансировки и так далее. Это все на той же Википедии расписано, либо в книжке Криса Дейта или Кнут, возьмите Дональд Кнут. То есть это классика. Там все очень-очень круто расписано. Теперь подумалось, а почему бы нам не сделать то же самое на плоскости, в двухмерном пространстве. Это появились такие R-деревья. Там, конечно, больше-меньше не работает, но там тоже можно определить свои операторы. Включен, включает, пересекается. Это уже ближе к тому, что мы будем сейчас видеть на примере JSON. То есть у нас есть понятие bounding box, то есть вот какая-то штука на плоскости мы можем прямоугольничком обвести. Есть другой прямоугольничек, прямоугольнички могут, то есть какие-то зоны. В отличие от интервалов на прямой, здесь у нас вот такие прямоугольнички отвечают, как бы соответствуют тем самым интервалам на прямой. И дальше они могут либо один другой содержат, или содержатся в нем, или пересекаются, или вообще не пересекаются. Вот, в принципе, четыре вида взаимоотношений между двумя прямоугольничками на плоскости. Сделали тоже индексы, поддержку реализовали. Многие СУБД содержат эту поддержку. Очень помогает, если вы работаете с двухмерным пространством. Дальше можно обобщить, на самом деле, и сделать поддержку в многомерном пространстве. А дальше самое интересное. Ученик Stonebreaker, основатель Ingress, его зовут Хельмстайн. Он, оказывается, до сих пор возглавляет кафедру в Беркли, которая занимается базами данных. Он в 1995 году эпохальную написал статью, которая вводила понятие обобщенного дерева. То есть идея такая, давайте мы забудем про то, что именно за операции, за операторы у нас, как они работают. Давайте всю вот обвязку, как все это балансируется, там, как все вставляется, удаляется и так далее, сделаем. И вот мы получим такую конструкцию, которая работает. Она у нас абстрагирована от операторов. Она умеет работать, балансировать и так далее. И дальше нам нужно просто определить несколько функций, когда мы хотим реализовать. 7, по-моему, да? Это функции access methods. Это в оригинальной работе 5, а в Postgres... Добавили, да. В оригинальной работе 5, в Postgres добавили, стало 7.
Как только мы эти симфункции определили, если мы все правильно сделали, у нас получился какой-то тип индекса либо B3, либо R3, либо RD3, это для работы с массивами Russian Doll 3 и так далее. То есть у нас получается, что мы можем, используя одну и ту же обвязку, которая все время есть, ее не нужно копипастить, повторять, она просто используется и работает за счет вот этих вот, она абстрактная такая, когда мы определили эти функции, она начинает работать как уже полноценный индекс. В этой же обвязке, почему важно ее так было сделать отдельно? Потому что, чтобы, опять-таки, 4 буквы ACID, чтобы это все попадало в валлок, чтобы все это было надежно, изолировано, согласовано, целостность не нарушалась, там нужно много чего было сделать. Если вы пишете с нуля свой индекс, а зачем вы можете писать индекс? Вы можете использовать какой-то новый тип данных, например, да? И просто так новый тип данных сделали, ну и что? Вот я сделал с Питером и со товарищей XML, ну и что? Круто, конечно, что там что-то можно сделать, но кроме как функциональный индекс, когда мы можем протексировать по выражению, возвращающему скаля, у нас как бы нету какой-то общего индекса, чтобы мы могли быстро потом что-то искать внутри. Вам нужно, на самом деле, когда вы делаете нормальный тип данных, полноценно, вам нужно обязательно индексы сделать, чтобы люди с ним работали эффективно. Поэтому вся эта штука, это и есть самое, что ни на есть, вот объектная реляционность. Хотя кажется, что это же только про индексы. Нет, в практике это как раз вы не можете просто тип данных сделать, он никому будет не интересен, если там нет индексной поддержки. Соответственно, вот эта работа и реализация ее в Postgres, и, как я понимаю, на рубеже 2000-х, там, в начале 2000-х завершена была реализация уже того, чтобы это в вал попадало, чтобы это CID, журнал, чтобы CID работал именно в кисти. Это все было сделано вот российскими программистами. И даже, как я понимаю, R-дерево, да, казалось более эффективной реализацией с помощью GIS, чем родная нативная, и потом она была заменена. До этого момента все понятно или что-то нужно пояснить? Следующий слайд. Все понятно, да? Или есть вопросы? Окей. Дальше появилась еще более интересная конструкция, которая нужна для поиска по большим, очень большим массивам данных. Это обобщенный инвертированный индекс. Вот здесь слайд из слайдов Олега. На самом деле, когда у вас книжки в конце, большой там энциклопедии, там чего-то такого есть в конце, этот термин упоминается на таких-то, таких-то, таких-то страничках, а этот на таких-то, таких-то. Это вот по сути такое подобие обратного индекса, инвертированного индекса. Там есть вот конструкция синеньким здесь. Это ключ, это дерево из ключей, по сути, то есть наших, грубо говоря, там терминов, да, и над ним сверху навешено бы дерево, чтобы внутри быстро тоже искать. Насколько я помню, не сразу это было сделано, да? Нет, внутри почти сразу. Я помню какие-то истории. Вот, и дальше, когда мы спускаемся, там уже лес деревьев для каждого вот из такого, значит, каждый термин говорит, что вот таких-то кортежах в Postgres у нас это значение содержится, и там тоже есть B-дерево, чтобы быстро все это находить. Или нет, там B-дерево, B есть, да. То есть это лес B-деревьев еще. По сути, это как то же самое, как нарисовано слева, только еще у нас, чтобы быстро находить как бы на верхнем уровне, тоже еще B-деревьями все это наложили. Такая достаточно замысловатая конструкция получается. И по сравнению с GIST-ом, вставка на самом деле медленнее, понятно. А вот поиск намного-намного быстрее. То есть если у вас большой-большой массив данных, допустим, вы там проиндексировали что-то и хотите можно быстрее выдачу сделать, то GIN очень крут. И в частности, полнотекстовый поиск, конечно, когда появился GIN, встроенный полнотекстовый поиск в Postgres стал намного более привлекательным. И вот теперь что такое апп-классы. Апп-классы это как раз набор вот этих методов. Это, по сути, связь между типом данных и индексом. То есть, когда вы, на самом деле, вы можете определить несколько классов для одного и того же типа данных, и в момент определения индекса, create index, выбирать эти типы. Именно апп-классы выбирать. Для скалярных типов, вот P3 или hash, это апп-классы по умолчанию. Вы можете их использовать для того, чтобы над JSON или над типом данных JSONB брать и
строить индексы, но только в этом случае вы должны сделать какое-то выражение, чтобы добраться до какого-то скаляра. Строчки, там, строчки числа. Типа того. Так как разработка JSONB были, занялись специалисты, которые создали JIN, у нас сразу же 9.4, как только появилась бинарная реализация JSON, то есть JSONB, есть возможность индексировать с помощью JIN, то есть обратного обобщенного индекса. Просто пишете create index on table using JIN и колонка, JSONB колонка. И есть другой класс, который работает немножко, он как бы работает только с путями. Он называется JSONB Path Ops. Он занимает довольно сильно меньше места, сейчас в конце, попозже будут цифры, но он не поддерживает оператор существует, то есть он не может посмотреть, где там где-то в произвольной глубине есть ключ или пара ключ значения. То есть, по сути, он менее гибок. Соответственно, это очень важный момент. Если кто-то из вас будет с JSONB работать в Postgres, вы должны вот это обязательно знать. Потому что по умолчанию у вас будет создан большой индекс, который как бы универсальный, но, возможно, очень большая вероятность того, что он вам не нужен, только настолько универсальный. Так. Хочется вопросов, на самом деле. Если есть. Если нет, поехали дальше. Я скоро закончу. Просто вижу, уже некоторые спят, и причем это заразно, это так распространяться начинает. Какой-то хипстерский фон. Потихонечку. Понятно, что душно, вечер, я буду ускоряться и заканчивать. Может, окно откроем, а чуть-чуть. Да, давайте. Спасибо. Значит, здесь некоторые операторы, которые можно использовать с JSONB. Ну, довольно очевидные. Опять-таки, вот вспоминая R3 на плоскости, там были вот эти прямоугольнички, которые могли содержаться один в другом, пересекаться. Вот здесь тоже есть такие похожие операторы, но они работают только, естественно, с типом данных JSONB. Они тоже операторы как бы включения. Левая часть содержится в правой, правая содержится в левой. По опыту могу сказать, что тут надо очень внимательно быть, потому что пока руку не набьешь, все время путаешься, а потом думаешь, что же он ничего не возвращает. Это как бы такой скользкий момент. Вот эти вот два оператора в направлении нужно просто привыкать. Значит, в свое время вот эти операторы были предложены Джошем, и мнемоника простая. Там, где собака, там, где вот значок больше, там JSONB должен быть больше. То есть с толстой стороны JSON больше. Он тоже правильно работает и для геометрических типов. Отлично. Знаешь, здесь правильно написано. Содержит ли левое значение в себе правое? А здесь наоборот. Дальше. Существует ли пара ключ значения в JSON значении? Пара у нас в виде текста. Существует ли хоть какие-то из этих пар, массив, или все приведенные? Вот еще три оператора. Понятно, что вот тот опт-класс, который меньше места занимает, он вот с этими операторами не работает. Но очень часто у нас такие задачи, что достаточно только вот содержание, то есть содержится содержание. Там существует ли ключ значения, а в примере приведен только ключ? Да, это я не написал, я уже заметил. Ключ или ключ значения? Давайте считать, что здесь ключ. Ключ, конечно. По сути, это должно быть true. Да. Ну, что ключ есть. Так. Итак, у нас есть опт-класс по умолчанию. Если вы напишете create index using JIN на JSON колонкой, то он будет использован. А есть JSONB path ops. И если вы после названия колонки через пробел напишете его, то он будет использован. Правило такое для новичков. Как правило, вам хватит именно вот этого класса, он более эффективно, меньше места занимает, быстрее обновляется. Соответственно, вам нужно попробовать работать с ним, но помните о том, что не все операторы поддерживают. И еще такой трюк, он достаточно очевидно приходит, быстро приходит в голову. Если вы работаете с этими штуками, у вас огромные, допустим, документы, большая вложность, часто вам не нужно все индексировать. Вы можете с помощью подхода функциональных индексов спуститься до какого-то уровня и проиндексировать только часть с помощью функционального подхода. То есть не только использовать такой топ-класс, а еще и строить не на все значение, а вот спустившись.
с помощью функций, которые представляются вместе с JSONB. Вот на самом деле сравнение. Это то, что Олег приводил. Это база данных ссылок проекта Delicious. Удивился, что он еще живой. Табличный размер JSONB был 1,3 гигабайта. Я так понимаю, это, наверное, на ноутбуке где-нибудь работал вообще. Да, вот да. У меня до сих пор живу, да. На ноутбуке. Дефолтовый оп-класс индекс занял 636. На самом деле без компрессии еще 700 он занял. А вы видите, да, что JSONB PathOps намного-намного меньше, больше, чем в 2 раза отличается. А если его только над тегами прогонять, то он вообще будет маленький, ну что и понятно. То есть, если нам нужно только работать с тегами, мы можем сузить нашу область видимости, очень сильно сократить место на диске, соответственно, все будет эффективнее. И можем еще сильнее сузиться, вообще 1 мегабайт, то есть все зависит от нашей задачи. Также Олег приводил сравнение с Mongo, и там, на самом деле, вот для конкретно этих задач, то, что есть в Postgres, выигрывало просто ты помнишь, 1000 раз что-то было там. Значит, у нас есть... Сам это собой. Может, JSON. Все-таки 1000 тяжело. JSON, да. По размеру индекса. А я помню, что там было такое. Я помню, что Олег жаловался на то, что при импорте очень долго было. То есть там были какие-то секунды в подписи. Ну вон написано. 13 минут по сравнению с секундами. Вот, импорт какой-то очень странный. Не знаю, может быть, ты просто дефолтовый конфиг мог делать. Нет, просто у меня был один ноутбук, а не 10. Да, вот на самом деле вот это очень важное замечание, я сейчас повторю. Просто у меня был один ноутбук, а не 10. Конечно, Mongo на умолчанию. Я помню, был один российский разработчик, который работал в Перконе, у Пети Зайцева, MySQL, то есть MySQL занимался. Потом он перешел в один проект, не буду называть, но это один из нескольких проектов, которые занимаются тем, что туда PDF-ки можно легко вкладывать, и потом они все как красиво индексируются, можно в браузере посмотреть. Так вот, у них было много-много машин, и он пришел, оставил одну, плюс слейв, и у них все стало летать, и куча машин освободилась. То есть это о том, что в Mongo есть такой, конечно, вот подход, да, мы круто шардируемся, но при этом почему на одной машине это так плохо? То есть я понимаю, что классно шардируемся, но при этом железо расходится неэффективно очень сильно. И вот пример. А тот рассказ был на самом деле про MySQL. То есть речь о том, что правильные руки, правильно настроенная, правильный подход к оптимизации очень часто может сэкономить большое количество машин. Там еще размер индексов вон. Размер индексов. Ну да, размер индексов понятно, что. Ну да, по тегам у нас сильная разница почти на порядок. Да. Так и есть. И Mongo, я так понимаю, это compound индекс был или что? Нет, Mongo это обычный B3 индекс. А, это был обычный B3 индекс. А B3 плохо работает с дубликатами. Да. А у нас G. Да. Еще было сравнение EnterpriseDB некоторое время назад. Это компания, которая занимается Postgres'ом, его развитием и совместимостью с продуктами, которые сделаны с Oracle. И тут тоже видно было, что Mongo больше времени занимает загрузка данных, инсерты, селекты и размер. 4 колонки. И тут еще тоже ну, числа. Абсолютно. То есть их данные подтверждают выводы ноутбука Олега. Я буду закругляться. Что же такое Postgres в наше время? Это по-прежнему объектно-ориентированное СОПД. Надеюсь, что вы поняли, почему важно, что она объектно-ориентированная, что такое расширяемость, гибкость Postgres. Я надеюсь, что вы поняли, что почему она такая надежная, производительная, что ICI-1 всегда в первую очередь рассматривается как очень важный принцип, набор принципов. И это уже, можно сказать, некоторая платформа для разработки решения различной сложности и гибкости благодаря вот очень-очень богатым типам, и не просто типам, а типам, которые следуют вместе с, чаще всего следуют вместе с поддержкой индексов. Это я по традиции привожу такой advocacy слайд, рассказывающий о том, то есть тут уже скоро места не будет, я на самом деле не всех успел запихать, кого знаю, то я Паралас добавить обязательно. Паралас добавим обязательно, хорошо. А X5 есть, у них тендерная система работает на Postgres. Связное тоже частично используют. Понятно, что многие компании, которые крупные, они используют зоопарк. И
по-прежнему есть тенденция в крупных проектах, таких финансовых и так далее, использовать Oracle. Но эта тенденция очень часто вызвана тем, и я это наблюдаю собственными глазами, что поставщики, дистрибьюторы вендоров, да, они, так как Postgres бесплатный, чаще всего проталкивают Oracle и делают это, недавно просто закрывали одну страничку, делают это просто озлобленно и нечестно, просто из-за коммерческой выгоды. То есть им выгоднее продать Oracle, чтобы получить свою маржу, чем ставить бесплатный Postgres и ничего не получить. Да, поднять аккредитацию компании, если вам нужно выйти на IPO. Но сейчас я говорю просто конкретно про посредников, которые внедряют решения. То есть они продают, если они продают коробочку коммерческого решения, они получают процент. Если они внедряют в Postgres, они ничего не получают. Если они внедряют и ничего за это не берут, они сами себе злобные буратины, извините. Да, они внедряют и ничего за это не берут. Но тут психология мышления. Они могут брать больше за услуги и за работу. Но пока это... Какая-то какая-то философская проблема, которую я просто вижу на рынке, а решения нормального нет. Это то, как мыслят такие люди уровня там, Сбербанка, Ростелекома и так далее. Там потихонечку есть интерес к Postgres. И вот Олег уже честно что-то сказать, я подозреваю, на эту тематику. Я ему дам слово. Нет. Я хотел на самом деле просто рассказать про конференцию. Да. Могу сказать, что сегодня я получил письмо от CFT, например, которое просит встречи со мной. CFT – это те, кто в Сбербанк и так далее. Это же Oracle. Да, но все же очень любят, но как-нибудь… Импортозамещение. Руководство дает добро. Да, я хочу напомнить про то, что конференция будет в 2015 году, вот 6-7 февраля. Мы уже сняли зал. Зал это Digital October. Знаете, такой крутой зал. Вот. Сайт pgconf.ru, там все написано. Здесь я хотел уже подтвержденные доклады. То есть доклад от Саймона Рикса, это создателя компании Second Quadrant. Он будет рассказывать про BDR, то есть двунаправленную репликацию. И будет рассказывать про вот интересные BRIN-индексы. Кто-нибудь слышал, что такое BRIN-индексы? Да, ну, в общем, очень, очень интересная штука, услышите. Вот. А февраль – это хорошее время, когда уже пройдет фича фриз. То есть уже вот Майкл Паке, он будет рассказывать про те фичи, которые уже будут ожидаться в 9.5. Тоже это очень интересно. А вот национальные рынки и сообщества, то есть Жан-Поль Аргудо приедет из Франции, будет рассказывать, каким образом они во Франции сумели пропихнуть Postgres в государственные органы. В частности, вся система пенсионного обеспечения работает, и жандармерия работает на Postgres. Вот. Тацуо Иши, это тот самый, кто написал PGPool и PGBench, он будет рассказывать, он является президентом большой японской компании, будет рассказывать про то, почему Postgres так популярен в Японии. Я был в Японии по приглашению как раз их этой осенью, и видел, как, насколько действительно он популярен. То есть я посмотрел на башню компании NTT, вот, в которой находится целый этаж, где сидят постгрессисты, и мне стало интересно даже. Фотки еще не сделал. И неожиданно вдруг попросился к нам приехать китаец Галяли, который расскажет, как у них Postgres в Китае развивается. И тоже идет эпоха, что государство начинает использовать Postgres. Миграция. То есть вот расскажут, как мигрирует с Oracle на Postgres. Несколько докладов. В частности, из Франции. Роман из Санкт-Петербурга. Израилев. Это, значит, соответственно, просто-напросто это представитель компании Lanit. Lanit большой, но, вот, по-моему, Lanit Урал. Вот. И с Дальнего Востока. Насчет миграции. 4 доклада. 40. Мы нацелены именно на Oracle. MS SQL мы даже не рассматриваем. У меня маленькая корректировка. Питер попросил
просил сказать, что они будут рассматривать не миграцию с Postgres, а с других баз данных. А, с других даже баз. Ну хорошо. Так. Очень интересно, у нас будет два доклада кластерные. То есть Mason Sharp – это тот, кто создавал Grid SQL в свое время. Вот. Сейчас он руководит проектом Postgres Excel. Вы знаете, что это такое, да? То есть это Postgres Excel – это коммерческая отрыжка от Postgres XE. На самом деле те же самые разработчики, просто в Postgres XE непрерывно добавляется новая функциональность, соответственно, новые баги, а в какой-то момент народ сказал, что давайте что-нибудь сделаем такое коммерческое, стабильное, и сделали очень хорошее название – Postgres Excel. Он будет рассказывать про него. Вот. Константин Пан – это наш умелец из Челябинска, который в 2008 году, еще вот я с ним беседовал, он заинтересовался параллельным Postgres'ом и даже защитил диссертацию. То есть вот сейчас я его вытащил, и на GitHub он уже выложил, кстати, выложил свою версию параллельного Postgres'а. Это именно не распределенный Postgres, а параллельное исполнение запроса. То есть запрос на разных ядрах выполняется и так далее. То есть это очень перспективное направление, и мы надеемся, что в рамках импортозамещения мы будем развивать эту тему параллельного Postgres. Высокие нагрузки. Ну, понятно, что Яндекс расскажет, значит, как они свою почту переводили с Oracle на Postgres и какие трудности они преодолели. Но Михаил Тюрин, команда вот Авито, расскажет про их повседневную борьбу. Вот. А Олег Царев расскажет про, ну, такой провокационный доклад, кто, наверное, слышал на Хайлоуде, про репликацию. Вот он будет это все здесь. Нет, он сказал, что он ее улучшит. Версия 2.0. Да. Ну вот у нас специфика конференции будет заключаться в том, что мы ее задумали как такую комбинированную. То есть у нас слева будут государственные чиновники и бизнес, значит, справа будут постгрессисты, админы, разработчики. И мы друг на друга будем смотреть. То есть государственные чиновники будут увидеть всех нас. Нет, нет. Они увидят всех нас и поймут, что на самом деле подвесовое сообщество в России достаточно большое, сплоченное, организованное. А мы посмотрим на них и постараемся понять, насколько позиция государства в сторону, значит, импортозамещения, в сторону использования подвеса действительно, ну, реально. То есть вектор сохраняется. Но как мы поняли уже из последнего послания, значит, Путина, ну, разговора, то есть, по крайней мере, вот. Несколько лет мы будем на волне. Вот, здесь, значит, Игорь Жуков, значит, из Ростехнологии расскажет про, импорта, про опыт импортозамещения на open source. Вот, Сергей Муравьев расскажет про то, как они выбирали базу данных для систем специального назначения. Ну, специальное назначение это, значит, такое специальное. Вот. Дело в том, что на волне импортозамещения возникло сразу несколько таких российских баз. То есть, какие? То есть понятно, что Postgres, да. Понятно, что линтер возник. И что еще там было? Редсофт и еще кто-то там даже возник. Много, да. И вот Сергей вот провел тестирование и покажет результаты, какие из них вообще, говоря, можно использовать, какие нельзя. Да, вот здесь. Да. Вот еще один интересный доклад, я даже не знаю, для государственной тайны. Вот. Тоже... Подписывать неразглашение в течение лекции. Да. Ну, все знают, что Postgres еще известен своим расширением Postgres. То есть Postgres это такое большое-большое расширение, является де-факто стандартом в области открытых геоинформационных систем. Поддерживает все стандарты GIS-а, поддерживает все проекции и так далее. Вот. И последние как раз разработчики вот расскажут последние новости из Postgres. Действительно, вышло сейчас последнее 2.1.5. Вот, они грозятся, много чего сделано, но мы знаем, как сделать его раз 10 быстрее. Я думаю, что мы там как раз им расскажем. Вот. А еще интересно, что у нас в Москве существует такая компания NextGIS, которая продвигает Postgres на рынке хранения геоданных. То есть они являются, в частности, разработчиками QGIS-а. Вот. И это очень интересно, потому что вот, уже в России случился факт отбора лицензии. То есть ArcGIS официально отозвала лицензию у компании геологоразведка. То есть они попали под раздачу. И оказывается, если вы не почитаете лицензии, мелким шрифтом там написано, что фирма имеет право отобрать лицензию, несмотря на то, что вы ее купили. Вот. И, соответственно,
очень интересен этот вопрос использования альтернативных, соответственно, открытых ГИСов. Ну, вот все знают, QGIS это вполне себе такая хорошая рабочая система. И она вполне согласуется с Postgres. Но это вот наши фотографии, я, Федя и Саша. Здесь не написано, о чем мы будем говорить, но что мы расскажем, естественно. Parallels расскажет и покажет про производительность Postgres в контейнерах Linux, в своих виртуализациях. Ну, как бы это еще не все. То есть можно еще даже подать доклад до Нового года. Вот. Стоимость участия за 2 дня 9000 рублей, это совсем недорого, если учитывая значит, нынешние курсы и сравнение с, как, скажем, с хайлоудом и ритом, значит, 9000. Первый вариант будет 12000. В принципе, вы можете даже подождать. На курс ориентируйтесь? Нет, мы не ориентируемся, просто так принято, что ранние птички 9000, а позже 12000. Вот. Да, это двухдневное, это учтите, что это все включает, значит, соответственно, полностью питание, значит, дружеские ужины. Дружескую попойку. Да, групповую, значит, групповую встречу. И так далее. Все, вот еще из дополнения, да. Коллеги, поскольку у нас такого своего рода первое мероприятие, получился такой винегрет, мы тут забыли немножко про эксплуатационщиков. Олег совершенно не сказал про этот доклад. Значит, у нас будет докладываться Олег Смодемьянский из Postgres Consulting.com. Некоторые, может быть, слышали его на хайлоуде. А у нас приедет очень мощная команда из Далибо. Это Франция, они известны своими тулкитами для мониторинга и исследования производительности. И к нам приедет Zalando, это крупнейший ритейлер в Европе, очень большой интернет-магазин, будет рассказывать, как они эксплуатируют Postgres вот на такого типа данных. У меня все. Я хотел бы добавить, что вот эта наша конференция, она получила очень интересную, значит, как бы, такую популярность, да, в мире Postgres. Очень приятно, что многие компании и люди, и разработчики согласились приехать в Россию, несмотря ни на какие санкции. То есть американские компании, английские компании, вот, они сказали, что мы на санкции не обращаем внимания, то есть open source, он и есть open source. Вот. Нам очень интересно приехать в Москву зимой. То есть, я надеюсь, что в феврале им покажут. Вот здесь картинка, я показал, вот здесь... Николай рассказывал там философски о чем-то. Вот. Я здесь показал, значит, вот, картинку вот, эволюции баз данных. Вот слева это NoSQL база данных, то есть самые примитивные эти были ключ значения, это вот мартышка. Вот. Потом люди вдруг стали думать, что им нужно же order by делать, и тогда они сделали упорядоченные ключ значения. Вот. Потом они подумали, что какие-то ключи надо как-то вместе держать. Значит. То есть, и вот появились всякие бигтейблы, кассандры и так далее. Потом появились полотекстовые, графовые, видите. Все время ушло усложнение структуры данных. Вот. И тут, соответственно, появился, с этой стороны находится SQL, уже такой зрелый, созревший, который говорит, что же вы меня преследуете. Вот. Вот. На самом деле, вот здесь пропущен слайд, потому что вместо вот этого мужика здесь был слон нарисован. Вот. После того, как мы сделали JSON, то есть мы на самом деле мы не отвергаем эту NoSQL-ность, мы просто-напросто повернулись к ним лицом, реализовали эту NoSQL и протянули хобот дружбы. Вот, да. В 2014 году проводилось голосование среди пользователей, и Postgres занял первое место. Нет, не на сайте, вот. В том-то и дело, что мы даже сами не знали. То есть в мейлинг-листе кто-то нам кинул ссылку, ребята, вы, говорит, оказывается, самые лучшие. И вот это вот сайт, ссылка, Database Friends. То есть было такое голосование. А вот еще есть dbengines.com, они периодически проводят популярность. И вот здесь тоже видно, что Postgres вот на четвертом месте, и он как бы растет. Все остальные падают. Вот. Здесь я хотел, так как 18 числа вышел версия 9.4, вот. И вы знаете, что это на пару месяцев мы практически задержались, а должны были где-то в начале октября, как обычно. Вот. Задержались мы, потому что
Почему Федя? Да, из-за Феди, да. В общем, грубо говоря, из-за того, что не хватает ревьюверов, не хватает тестировщиков, и проекту на самом деле очень нужны свежие силы. Вот я очень надеюсь, что в рамках импортозамещения нам удастся кооптировать в эту команду разработчиков, человек 10 наших, вот, и мы сможем там занять хорошее место. Вот новости я хочу рассказать кратко. Что же там такого интересного? Вот. Это вот расписание 9.4, то есть 14 июня пошли вот коммитфесты, вот, до сих пор продолжался. Вот, очень интересная тема – это параллелизм в Postgres'е. Вот. На Пожиконе даже был некий доклад. Если вы знаете, что в Postgres'е сейчас появились динамические воркеры, которые могут запускаться уже пользовательским запросом. То есть, в принципе, пользовательский запрос может запустить какие-то, значит, свои воркеры, которые могут обмениваться сообщениями. То есть, в принципе, это дает возможность уже простым пользователям писать какие-то, ну, например, там, не знаю, параллельный сорт делать, order by. Это все пока еще, то есть уже в 9.4 есть уже такие хуки. Вот, то есть раньше можно было регистрировать фоновые запросы, процессы, но они запускались при старте постмастера и вместе с ними умирали. Вот. А сейчас уже все, сейчас уже можно, пользователь может запускать сам. То есть вот они могут аллоцировать шаренную память, они могут обмениваться сообщениями, используя эту память. То есть это полноценные процессы, параллелизм в будущем. Huge tables сделали. То есть раньше, когда вот памяти было мало, мы об этом не задумывались. Да? Когда появились терабайтные машины, и люди с радостью побежали делать на shared memory 256 гигабайт, например, там, и сколько там. Вот. А выяснялось, что на самом деле производительность не улучшается, а ухудшается. Вот. И сейчас, потому что Linux использовал 4-килобайтные страницы, ограничение было 256 гигабайт и так далее. Сейчас уже, значит, соответственно, в PostgreSQL Conf можно просто задать, использовать huge page size, вот они 2-мегабайтные. Это позволит, например, позволило Косте Книжникову, еще нашему одному разработчику известному, сделать, вот видите, здесь ссылка есть такая, in-memory columnar store. То есть он сделал... На самом деле он портировал наработки из SiteDB, кто не знает, что это такая была база SiteDB. То есть он портировал свои наработки из SiteDB в Postgres, то есть создал в памяти вертикальное хранение. Вот. Это, имея такие машины уже как 1 терабайт, вполне можно делать хранилище. А, кончается время, хорошо. Так, ну может тогда не будем разговаривать. Ты можешь... Да, да, то есть... Ну дальше, то есть основные вещи, я сказал, параллельность, значит, huge pages, очень сильно улучшились вьюшки, материализованные вьюшки, вот, security барьеры. Да. Я предлагаю ознакомиться, да, если кому интересно, 9.4 подробности с выступлениями вот в Яндексе в сентябре, там ряд докладчиков рассказывал подробности про 9.4. Есть статья на Хабре на русском языке, обзорная, неплохая. В целом тут много о чем можно говорить. У нас сегодня задача была про JSON Big. Конкретно я хотел просто немножко, чтобы у вас мозаика сложилась. Я надеюсь, что получилось. Есть ли вопросы какие-то? А поддержка JSON Big в PL, PGSQL добавлена или пока он... То есть возможность писать напрямую в метод объектов? Коротко ответ, конечно, да. Это обычный тип данных, и любые все нативные типы данных, которые встроены в Postgres, они в PGSQL работают. Это понятно. Я имею в виду, что напрямую добавить в, например, мы взяли переменную, в нее запихнули объект, а потом в поддочерний объект что-то положить можно или нет? Ну, запихнули JSON и в какому-нибудь ключу присвоить другое значение. Например, как-то, как будто мы обработаем с объектом, а не с текстом перемены. Можно я отвечу? Я, кажется, понял, что называется. Меня уже спрашивали на эту тему, это что-то типа Atomic Update.
Да? Ну, то есть, а, к сожалению, модифицировать нет. Только копию сделать с измененными данными. То есть, Да. И понятно почему. Потому что даже в PGSQL, когда у нас есть переменная, на самом деле PGSQL не знает, где эта переменная на самом деле. Она может быть в памяти, а может быть это конкретно прямо в диск указывать. Поэтому, чтобы ее изменить, нужно ее скопировать. Только так. Добавлю еще, на самом деле, очень важный момент. То есть, тут надо разделять две вещи. Первое – это синтаксис. Я так понимаю, будут какие-то функции, которые позволят там, глубоко там, что-то кусочек заменить, а не записывать каждый раз, не подсовывать каждый раз при апдейтах, когда у вас меняется только часть документа, весь документ. Я так понимаю, это какой-то JSON-X или что-то такое, тоже какой-то российский разработчик над этим работает. Но этого пока прямо сейчас нет, но это будет. А вот вторая проблема намного важнее, она сложная. По сути, если у вас есть какая-то строка, она нарезалась на толстый внутри, на самом деле, если вы ее обновляете, там тоже все будет обновляться. И это модель такая у Postgres. Это нужно, кстати, понимать, когда вы работаете, ну, просто понимать. То есть у вас происходит обновление всей строки, всех данных. Еще, кстати, к сожалению, вот сегодня не успели подготовить, но, может быть, в следующий раз есть кейс использования. Во-первых, я хотел сказать, что если вам не хватает функций, которые для выборки внутри значений поиска там, и работы внутри JSONB. Есть расширение Александра Короткова, который там сзади сидит. Расширение называется JSQL. И ну, в GitHub он написан. Понимаешь, что слава ему. Тебя вообще уже не очень видно. Кстати, про JSQL. А если там лайк? Лайк? Да. Есть ли в JSQL лайк? Лайк в JSQL есть? Лайк это по маске. Сейчас лайка нету, и у нас была позиция принципиально в JSQL не должно быть ничего, что не ускоряется индексом. Вот когда мы сможем придумать, как без сильного распухания индекса это можно ускорить, тогда оно появится в JSQL. То есть и язык-то, собственно, этот JSQL разрабатывался с тем, чтобы он полностью поддерживался индексом. То есть все его запросы поддерживаются индексом. Ну частично лайки там же есть в JSQL. Начало ключа, например, можно помачить. Да, в зависимости от оператора класса опять. Да, и jQuery можно в GitHub найти. И есть вот, Николай Рыжиков, который есть уже проект, который его использует. Он здесь в следующий раз у нас будет кейс подготовлен, который рассказывает о базе данных, фармакологической базе данных, то есть лекарства. И там open source все, и тоже в GitHub есть. И уже используют как JSQL, JSONB, и там шел разговор еще о том, что JSONB часто, когда у нас много, допустим, ключей и разные значения, ключ, если очень длинный, то там не хватает компрессии. Я думаю, это тоже обсуждается, и тут есть ряд улучшений, которые могут еще, то есть, наверное, 9.5 будет и так далее, будет еще какие-то оптимизации, правильно? Most strong. Надеемся. Так, я уже, в принципе, закончил. Да, вот в конце ссылки я все это выложу, и ну, будут данные, все эти ссылки можно будет подробнее посмотреть. Тогда еще 1-2 вопроса, и мы заканчиваем. JSONB Production Ready с 18 декабря, он отлично тестирован, были бета-релиз кандидаты, и вот он уже продакшн. Можете просто, на самом деле, вот даже недавно, вот тут Twitter написано, можете меня зафоловить, я очень часто всякие новости про Postgres пишу. Недавно была новость, что, черт побери, мне приходится обновлять Ubuntu только для того, чтобы 9.4 поставить, там какие-то библиотеки. Это о том, что вы можете apt-get install или там yum install написать, и уже все будет. То есть это все Production Ready, это все встроено в ядро Postgres. А JSQuery? JSQuery отдельно GitHub, нужно скачать, скомпилировать. Пока так. Ну, может быть, кто-то желающий сделать пакеты, там, не знаю, докер или какие-то, да. Контрип, да. Еще документацию мне не писали. Давайте вы зададите вопрос, я повторю его. Михаил Шагурин,
Николай, вы когда говорили, у меня возникла такая претензия. Вы рассказывали про различные модели и то, как они друг друга там вот так или иначе вытесняли. Меня довольно сильно возмутило утверждение, что иерархическая модель была вытеснена, потому что в 2001 году мне довелось столкнуться с коммерческими вопросами околофармакологическими, тонкий оргсинтез и огромное количество химических структур. Там было два вопроса. Один, как это хранить вообще, то есть как закодировать структуру органической молекулы. Второй, как это хранить в количествах порядка миллионов записей. Мы сделали пару набегов, таких очень пробных, просто вот для грубой оценки по количеству записей на MySQL и Postgres тогдашних. Все было очень грустно. Ну, то есть мы не добирались даже до порога в миллион записей вот для желаемого там, выбора, который вообще был обозначен как миллион. Люди, кстати, тогда уперлись в потолок решения на аксессе, где был врожденный лимит, по-моему, 2 миллиона записей и всего. Вот. Значит, тогда нашлась специфическая база данных, это delight.lu, которая вся из себя иерархическая, которая, ну там помимо еще заточенности под как раз органику, позволила вот на среднем железе тех лет делать очень быстрые и приятные, хорошо обрабатываемые на Linux, ну, они как раз на Linux тогда отнесли свою часть из больших Linux. Ну, вот просто несопоставимый с SQL вариантами, которые тогда были по другой производительности. Когда мы позже сталкивались, например, делали одного из первых в Киеве контент-провайдеров для мобильных операторов, мы уткнулись быстро в один из паттернов, который мне очень сильно напомнил те годы еще студенческие. Это когда надо было реализовать такую структуру данных, где у нас могли быть, по сути, однотипные атрибуты в непредсказуемом заранее количестве. Вот. Причем от нуля до достаточно много. Соответственно, был сделан один из атрибутов — это селектор типа соседнего атрибута со всеми некрасивостями в виде того, что получалось в выборках. А на рисунках, на рефлекциях это делается просто естественным образом. Вот исходя из этого, я бы не стал вот делать таких вот всяких провокационных утверждений о том, кто кого зарыл. Например, на SQL.ru, помнится, был трейдик как-то, что вот мы портировали с этой древней там иерархической базы данных какое-то там решение, я не помню, в какой лавке, там, по-моему, подробности не были, на Java с Oracle, мы удвоили производительность. Ребята одно не сказали, что они портировали строечки на двухпроцессорный Xeon. Вот. Поэтому даже для самообразования может иметь смысл посмотреть на разные вещи, пощупать, понять, а вот чем они дышат, чтобы для себя, работая с теми инструментами, которые вот определил для себя как наиболее удобные, привычные, понимать о том, какие бывают еще другие подходы, для того, чтобы не забереться в эту цель. Я когда с дистрибутивами, например, Linux-овыми определялся, посмотрел, что уж больно много, и на разные задачи решаются по-разному. Да, и я, например, вот на том же IT, вот, кстати, думал, вот, может, живую демонстрацию вам притащу. У меня там есть OpenBZ сервер, в нем контейнер, в нем клон. Причем, вообще говоря, если надо, я их могу печь в любом виде, вот, если кому-то вдруг пригодится. Да. И это был комментарий. Иными словами, всем нам желаю держаться подальше от сужика, зная хорошо языки. Спасибо за комментарий. На самом деле я не говорил, что там в начале 2000-х и так далее. Я говорил про 70-е годы, тогда был явный тренд. И если вы будете читать книжки и изучать историю, оно так и было. И все бросились именно революционной свободой заниматься намного больше. И там появлялись триггеры, вьюшки и так далее. То есть основное развитие шло там. Никто не говорит. Весь мой доклад был на самом деле про то, что наоборот есть потребность в этих моделях. Мы сейчас вернулись к ним, и то, что есть Neo4j, MongoDB, Cassandra и так далее, говорит о том, что есть какие-то потребности, которые не закрываются РСПД, и РСПД пытается сейчас на них ответить. Никто не запрещает использовать Mongo и так далее. Все только рады, если там идет развитие. Весь разговор был про то, что нужны все эти модели, и вот в подписи они уникально сочетаются с традиционной
моделью не без недостатков, но они сочетаются. Так что тут я не согласен, что я прям сказал, что нам вытеснили и так далее. То есть наоборот, все возвращается, все новое, хорошо забыто старое. Еще вопросы? Вопросы? Комментарии? Спасибо. А я как раз слайды захватил. Спасибо большое, что пришли, послушали. Надеюсь, немножко стало понятнее. Спасибо компании Parallels за то, что организовала, помогла организовать это событие. И на самом деле, кстати, я помню, что там тоже же про граф шло, как традиционный граф. Задачи вечные. То есть, конечно же, деревья, графы, все время хочется сохранить. Не обязательно прямо сейчас, но... Давайте вытащим на обсуждение куда-то. Кстати, да, нам тоже интересно, правильно ли мы храним. Вот. И... Ну, микрофон появился, отлично. А он всегда здесь лежал, да, вообще. Вот. И у нас вот Владимир Гребенщиков, вот, на кухне стоит. Было бы неплохо, если бы мы в офлайне пообщались, задавали вам вопросы. В онлайне, на самом деле, то есть можно в Фейсбуке. Ну, я имею в виду, что не сейчас, а вот потом. Вообще, была идея собраться в кафешке, да, Олег? И где-нибудь на Кемеркерском? Сейчас, что ли? Запросто. Да, на Пушкинском, например. Как насчет 15 числа? Собраться вечерком. Да. Давайте снимемся. Есть даже место специально. Ну, мы обычно на Кемеркерском, да, Олег любит на Кемеркерском. Маньяк собирается, народ вроде 15. Недалеко, на самом деле. Дорога. Дальше снимаем. Ладно, спасибо большое. Там ремонт будет возможен.